Здравствуйте. Здравствуйте и добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте. Я просто куда пожаловать? Прущу. Так. Предлагаю спамить Лайту в ЛС Стима. Да точно, он единственный человек, который мне не написал, что я 8 буду. Да точно, он единственный человек, который мне... Да. Я слышал вуза дважды. Он, кажется, я смотрел тоже... мой стрим. Да, нажал. Понятненько. Так, ну я вообще предупреждал это, что мы в 8 соберемся. Потому что я, оказывается, сегодня работал. О, здравствуйте, Лайт. Здорово, здорово. Так. Ой. Так, вижу сохранение, на нем вуз куда-то бежит. Это явно оно. Это явно правильное. Надо будет игру потише сделать. Он бежит, бежит воровать. Диалоги. Не вор. Я честный судья. Каких-то пор ты судьей стал, Вуз? С тех самых, как смотрел эту нашу враж. Не все поймут, да. Это действительно тонко. Очень жаль. Да. Так там не судья будет, там был непродажный этот, блядь. Я честный судья. Это там, где Газмяс играли. Каждый раз, когда он так говорил, значит, он просил взятку побольше. Лайт. А. Есть вопрос, пиздец какой. И что тебя интересует? Почему, когда я загрузился, твой персонаж стоит без трусов? Присоединиться к игре. Не знаю, кстати. Я ничего не делал. Да ты с него там... одежду снимал, стен, я помню. Там просто... как раз... Так идеально стоит, знаете, полоска скиллов закрывает промежность. Что там, пенис Ди, да? Так, у меня какая-то хуйня вылезла. За приглашение в игру, отличающееся от которого вы играете сейчас, закройте текущую игру и примите приглашение на работе в столе. Чё, блядь? А, не обновлял, да? Он ничего не обновлял-то. Ну, может, там обновиться надо, я не знаю. Нет, обновлялся. Чё, перезайду. Зашел с пратки, да? Незаметно. Ура, игры Лайтмастера доступны вам. Теперь недоступны. Дураку дорогу там это, БГ, видать. А, да, вон, вижу, как бы. Только у меня Лайт это, закрывает арбалет. Так много вопросов. А почему я в диалоге? Да, я захотел послушать тебя, но ты видишь. Сейчас грузится у меня тут локация еще. Либо уже загрузилась, не знаю. Подожду Лайта, пускай оденется. Блядь, у меня та же самая хуйня, блядь. Это приглашение в игру отличается от той игры, в которую вы сейчас играете. В смысле, я Baldur's Gate зашел, блядь. Давай, кэш всего БГ3 начинай делать. Я просто сейчас перезапущу Steam, блядь, и... Ура, игра Лайтмастер доступна вам. Здравствуйте, Вальдемар, здравствуйте. У нас тут загадка голого Лайтмастера. Ну, а в прошлый раз не раздевался, видимо, блядь. Тут у меня вещи спиздил. Может, у тебя костюм красивый забрали? Кто у меня его забрал, блядь? Владелец, нахуй, с того света, блядь? Не знаю. Я проверяю, уже свой инвентарь нету, я не забираю. Я тап нажимаю, там у него вся одежда есть. Ну еще баганул, может, блядь. Если бы я хотел раздеться, я бы обо всех об этом предупредил бы, блядь. Ну это как-то не по-бардовски предупреждать об своих
Так наоборот, а как ты толпу ажиотаж собирать собираешься? Ну так, по-моему, перформанс в том-то и суть, чтобы сначала привлечь внимание. Так. Почему Лайт голый, почему у Лайта нет члена? Член у Лайта есть, он просто закрыт арбалетом. Лайт встал в правильную позу. Да, он слишком много смотрел этого. Стоял бы с мечом, пробовать, чтобы проблем было, да. Осина Пауэрса. Ух ты. Ух ты, ничего себе. Спасибо огромное, Вальдемар. Спасибо огромное. Так, пробуем. Он уже не турок, его, по-моему, выкинули, да, из Турции, Лайта. Лайта выкинули из Турции, он теперь казах. Я даже не казах, я русский, блядь. Видишь, я русский. Может петь. Спасибо еще раз, Вальдемар. Фух, слава богу. Все запустило? Да. Интересно, что это тебя не пускало? Не знаю, не знаю. Ну, слушайте, у меня, по-моему, фон у персонажа снова перестал быть серым. Голубеньким стал. Ах, да, это. Что мне на рим? На рим. Я понял, как воровать, да, так что на твоем классе этого лучше не делать. Так, а я не понял, блядь, хули я кто? Иначе тебе пизда. И вправду. Так, ага. Ну да, у меня спиздили мой костюм. Подожди, какой? Блядь. Нет, я вижу, он а вот. Простая. Я вижу все на тебе вообще-то надет. Да. А вот простой такой костюм, да, его нет, не видно. Да, который в лагере, а схуяли. Ну, одену тебе костюм лагерный. Ну ладно, я хотя бы трусы надену, а то не приличный. Тебя, наверное, просто включить на то. Да нет, у него какая-то одежда должна быть. А вон же домашняя одежда, не? Ну, вот там... да, сейчас, подожди, так, это вот этот его. Переодень табурт, болтуна. Вот так вот, смотри, сделаем, что я, во-первых, одет был. У меня, короче, пропала именно лагерная одежда с хуи, с какого-то. А попробуй еще раз на нее переключиться. Недостоин, видишь. Вон, надень свой дорожный сундук, как бы залезь туда, поглядь, поищи. Я сейчас посмотрю, какая-то залупа, блядь, произошла. Ну, это DLC предметы с тебя решили слезть. О, у меня все DLC-шные предметы, что ли, исчезли тоже. Отобрали, все, такие вспомнили. Ты когда игру покупал? А, тут лютня моя старая лежит. А куда, блядь, мое DLC-шное, блядь, пиздатое, красивое, блядь, делается? Алло? Я самая пиздатая. Надето, не? Нет. Не надето, нихуя, у меня его нету, блядь. В смысле, я вижу, у тебя одет табурт болтала. Ну, смотри, давай я сейчас, знаешь, что сделаю? Че? Я с тебя раздеваю в твой инвентарь. Давай. А нет, у меня персонаж куда-то побежал. У меня верхняя одежда вот... Нет, чувак, она пропала, блядь. А ну-ка, сними. Это я вот сейчас надел, у меня ее даже в инвентаре нет. А сними сейчас эту одежду. Да. DLC отобрали, получается. Ты недостоин. Ну все? Да, блядь, такой пиздатый костюм был, нахуй. Хочешь тебе свой, когда да? Не хватало тапочек еще. Таких домашних. Да ладно, буду в обычном бомжатском ходить. Не, я тоже хожу в обычном бомжатском. Лайт не только турком сделали, но и не человеком, но он уже не турок. Ну да, я вот смотрю свой этот сундук, здесь тоже нет никакой одежды этой. Видимо, Стейн это залез в наши сундуки, доставал все. Слушай, я больше тебе скажу, я не могу ваши сундуки открывать, в принципе. Я знаю. Ну, да. В моем одежном сундуке тоже красивые шмотки забрали. Он пустой. Я еще больше скажу, у меня краску отобрали, которая у Лайта в инвентаре лежит. Да, вот там ничего. Ну все. Играем в ванилу. Спасибо, что маску оборотня хотя бы оставили. Ну, я с этим не ходил. Так, деньги кинули! Играем. Изи 2 голда. Изи 2 голды. Ну ничего, придем в какой-нибудь кабак, я там такое сыграю, блядь. Так, ну у меня, конечно, пиздец забитый инвентарь, но еще поделать. Я, кстати, недавно выяснил... А, не выяснил.
А мы что, каждый раз у нас перемещается база или у нас... Почему она какой-то... В зависимости от того, где мы уходим на отдых, да, меняется база. А. Я хотел показать, что можно на пеньке посидеть. Ну ладно. Ну что, мы поспали? Да. Здравствуйте, мы паука отпиздили. Я помню, мы паука отпиздили. Что, возвращаемся из лагеря тогда? Все, выходим. Я выхожу. Ой, кто перешел походовый? Это я. Нет, это я. Здравствуйте, Basement Wolf. В перечислении Новосиба ты забыл упомянуть, что там чувак из постела есть. Так. Что как бы оказалось, что чувак из постела живет в Новосибе. Тот самый, что без чего. Нет, не это, не из штопора жжет, а обычный чувак. Че он на английском болтает тогда? Кто? Чувак. Да нет, я слышал озвучку, она на русском. А может и через камень отправиться. Так нам же наверх просто. Ну. Слабо. А почему я не могу отправиться наверх? Подожди, блядь. Так, хочу поглядеть, что тут еще есть. Блин, не хватает камней телепортации, извините. Ну да, там хорошие камни были. Придется за к вам пешком идти, блядь. Ну они тоже, знаешь, не в начале игры были. Да, ну то ты их получаешь достаточно быстро. О, здесь кто-нибудь был? Где? Я где-то урон получить умудрился, ну ладно. На кислоту наступил, может быть. Кстати, первый акт это обучение, ну... Опа. Чё? Нормально. Угу. Обучение для лохов. Секач, но мне не нужен. Рапиру не видел. О, тяжелый сундук, мы его не утали, мне кажется. Мы сюда вообще только пришли. Сапоги паучьи поступи, нихуя себе. Это, кстати, который этому, блять, можно отдавать. Я их на себя надену. Так я все равно чего они, может, они у нас плутаж нету? Нету. Так, куда меня сапоги? А вот все вижу. Так, паучья поступь не... Ага, нихуя себе. Короче, нихуя себе, что я сейчас сделал. Короче-то... Хотя ладно, они не очень нужны. Это ботинки, чтобы по паутине ходить, блядь, нормально. Ну, ящик пустой. Релайт. А? Зацени коробку. Так. Проход еще. Угу. Да ёбана. Взял, сломался. Мишень хорошая была. Два раза так коробку не поставить, а он взял и поломал. Да поставишь еще. Найдешь какую-нибудь, блядь, перчатку телекинеза и поставишь. Я думаю, ты справишься. Я понял, для чего висит. Вы в дом завезли? Да. Эх, паутинка. Ну сейчас здесь я пройду через нее. А я наверх пошел. А у нас... Никто же не умеет взламывать. Я умею. Я ловкий. Как мне туда пройти, скажите, я все взломаю. По паутинкам. Че, я там меч скинул майору? Единственное, я не помню, есть у меня отмычки с собой или нету. Ну, конечно, меч коротковат, но ладно. У меня 4 отмычки есть на тебе. Где-то там великолепный. Гоша. Ой. Сапоги одевай, Лайт. Нахай надо. Чтоб не застревать. Один раз застрял, бывает. Все, блядь, прошел проверку. Так, я ж правильно иду, да?
Ну, ты видишь на нас на карте. Значит, правильно. Что взломать надо, показывайте. А, так здесь не сломать надо, здесь саперный набор нужен. А, ну деактивировать без разницы, не. Вайт лавкач, он в то и в то может. Че нужно показывать? Пингуйте. Я не там, не то пингнул, вот. Ну вот здесь, да. Чай. А нет саперных наборов у нас, к сожалению. Ну ищи в кармане чем-нибудь. Должно быть. Looks empty. Вон я вижу у Стейна, блядь, 4 набора. Давай их сюда. Налови. Ты можешь просто, наверное, начать. Они автоматически перейдут, наверное. Обезвредить, не-не-не-не. Да. Автоматически никогда не вижу. Так, опа, саперный набор, ловкость. Так, let's fucking go. Еще давай. Ну это кто-то сгладил меня, блядь. Повторный бросок! Ой. А, ну, нормально, ставлю себе на всякий случай. Сколько? Нормально, я могу еще поносить. Это ты так взломал, да? Ну, неудачи меня преследуют. Ну, здесь написано, договор клинка использует модификатор заклинательной способности. Все, ну, пацаны, я деактивировал. Так там что это... Я написал, а подписчик... Мой двуручник использует не силу и ловкость, а вот... То, чем я заклинал. Это видимо. Ну, видимо. Фу, уж подумал, бочка, которая в инвентарь добавил, лопнула. Вы открыли этот сундук-то? Да, там, да, ценой, блядь, взрыва нахуй. Там было хоть что-то? Было, я там у меня в инвентаре, у меня какие-то чертежи и золото. Вот чертеж из высокого утеса. Когда уже левел ап? Хочу левел ап. Зачем? Четвертый уровень. Да и так сойдет. Есть что-нибудь хилка какая-нибудь тут лежит? Somebody once told me. На дверь открыли уже. А у нас ключ был. Ага. А там бродер рычагом дверь открывалась. Сундуки нихуя. Блин, просто ячейку заклинания жалко тратить. О, саперный набор. Ну. Я нашел тряпье, но не нашел ничего полезного. Вот какие-то животные, может, с ними поговорить? А. Это гоблины. Да, я понял, что... А вот животные, которыми они стоят? Животные. А где Лайт пошел допиздиваться? А? А, вижу, куда ты пошел допиздиваться. О, шокирующая правда. Да не метла, блин. Лайт пошел пиздеть. Я пошел в магазин, скажу. А, это. Нарим, ты здесь уже был? Где? Вот на... Ну, вот этот квест уже выполнял, сам, нет? Да. Вот, короче, когда я на мельницу зашел, я хочу сказать, что я промахнулся. Вот честно, я наводил куда надо, но пальцы... Она вылезла как бы вперед, и я нажал не то. Оно само так получилось. Это убил гнома? Да. Он улетел как птица. Типа я нажимал куда надо, но... Вторая надпись вылезла, такая вперед, такая нет. Отпусти гнома, это приказ. Ну, блядь, летит ты мудрость. Не поддавайся червяку в башке. Я уже один влез, еще тебе еще один. Давай. А, нет, не влез, да. Ты вроде это отстоял. Да. Мы держимся еще.
А я, кстати, могу проникнуть его мысли, нихуя себе, можешь попробовать? Ну, проникай. Проникаешь в мой в мысли гоблина там говно. Успех. Литла ждет успех. I ain't got much stomach for a fight. Да я бы его отпиздил просто до уголовки доводить не хотел. У тебя для драки кишки этенки. А, ну, кстати, да, действительно, раз он... The goblin's nostrils flare, as if trying to... Ну, кстати, на меня он все равно напал. We're leaving. Warbird, a gnome. Are we supposed to bring him to... I said we're leaving. There's plenty of... And rich pickings out there for us. Правда, я. Правда, я нечаянно ему по лицу надавал, и все остальные тут же сразу убежали. Ой, ты куда, песик? Ладно, в качат, все качаться по домам. Качат. Я качаться пошел. О, действительно, лайт до левела подопизделся. Так, давайте тоже. Я охуел, кстати, что на пути у тебя первое время вообще ничего выбирать нет. Да и потом не надо. Так до конца вообще-то не надо там брать ничего. О, черта. Так, получается. Так же, как и воин. Дружба. Так, плетущиеся огоньки, свет. Ну, свет хуйня. Малая иллюзия, создать иллюзия, которая, ага. Верный удар. Ну что ж. Тогда, наверное, так. Все в харизму. Я хочу, но у меня нет, не получится. Я харизматично без тебя. Да, во-первых, допиздиваться, походу. Я возьму фокус дружбы, видимо. Фокус очарования. Так, а вот заклинание вот будем сидеть думать. Саркопала. Что такое саркопал? Ну, понятно, что паладин, а первое не понимаю. Слушайте, мне кажется, в будущем нам видение невидимому пригодится, блядь. Да, есть такая вероятность. Я вот туда возьму. Хотя еще давайте посмотрю, спокойствие, слепота. Ты в магию какую-то посвящаешься? Ну, у меня так бард, он меня хуй знает, у него заклинание. Тебе предлагают выбрать бардовские именно заклинания? Да, 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 да. Да, ты еще не дошел до улучшения характеристики. А, там дальше. У меня фокус заменить... А, заменить заклинание имеешь в виду? Нет, там внизу черта есть еще. Ага. А, вот я могу заменить заклинание на что-то, но мне не надо. Ой! А если фокус — это заклинание, которое можно просто так использовать, не тратя ячейки. Я это понял, когда один играл. Я не вдуплял, что это такое, а показывается очень полезная хрень. Надо дружбу взять, если у меня. Так, видеть невидимое беру. О, черта. А, сорсер. А, да. Это у вуза, я так понимаю, сорсер. Или нет? Вуз, у тебя какая характеристика основная? У него харизма. А, ну да, тогда это вот то, о чем пишет Бэтментол про сорсера. У меня варлок. Это у этого. Уднарима. Сорсера. Уднарима тоже харизма основная черта? Да. А-а-а. Найс, я хотел отыгрывать харизматичного паладина. Оказывается, у всех харизма главный навык, кроме меня, да? Ну ладно. Да, вот я вижу... Посвященный в магию жрец, друид, колдун, то есть я могу мультикласс сделать. Нет, это не мультикласс, это просто дополнительные перки. Мультикласс — это отдельная штука, которую мне показалось невыгодно брать, в принципе. Что за трактирный забияка? Отряд, ща договоримся. Знаешь, а когда один потыкал в игру, у меня возникло четкое ощущение, что в этой игре в принципе лучше договариваться, чем пиздиться. Не, мне наоборот. Не знаю, у меня там монах. Я куда не иду, мне сразу пизды дают всему отряду с двух тычек. У меня главное решало в отряде — это, блядь, Астарион, которого Лайт захуярил.
Да, кстати, я когда за него попытался поиграть, он просто все пиздит на самом деле. Почти не промахивается никогда. Так, а, просвещенный в магию бард. Ну, он мало оружия умеет использовать. И одно заклинание первого круга. А, прикольно, все, я понял. Еще возьму себе заклинание какое-нибудь. Могу взять. Ну, это возьму. Че взять тогда? Два заклинания. То есть у меня есть верный удар. Я так понимаю, что-то... Магическая рука создает призрачную рука, которая может манипулировать объектами и воздействовать с ними. Короче, стенды, видимо, вызываю, блять. Ну, только рука. Да. Астарион — это черный парень? Нет, Астарион — это эльф, гей, вампир. Создать иллюзию, которая заставит находящихся поблизости существ... Лайт почувствовал конкуренцию и убил его. Хорошее описание. Нет, я не почувствовал конкуренцию, я почувствовал в нем опасность. Я сказал так, у нас две опасности. У нас гном хуекрат и, блядь, и вампир. Оба будут сосать и взаимодействовать с хуем, блядь. Это все в маске. Знаешь, что на самом деле ты почувствовал, что вам тесно в одном лагере. Так, верный удар пусть будет, наверное. Именно поэтому Лайт и носит его одежду. Он показал, что он главная обезьяна в лагере. Так, и я вот не знаю, а что за магическая иллюзия, блядь? Мне понять, как это работает, блядь. Ну ты, если что, можешь перекинуться за 100 монет, в принципе. Ну да, посмотрю. Лайт, да, иллюзия. Я дал тебе шапку, она вот прям для тебя. Так, сейчас посмотрю, диссонирующий шепот, если к нему будет легче попасть, и оно не сможет двинуться с места. Так, могу страшной дружбы с животными. Убедить животное не нападать на вас. Ну, блядь, когда-то это нужно было. А следующее, наверное, я актера себе возьму. Да понять бы еще, когда это следующее будет. Диссонирующий шепот. Явно не каждый уровень черту будут давать. Нет, это было бы жестко. Плавное падение. Исцеляющее слово. Ну, у меня вроде... А, исцеляющее слово. А у чернокнижника здесь, как в НВ2, есть квесты безлимитные? А касты безлимитные, не знаю. Героизм. Фокусы. Так. Стон, погрузить в волшебный сон, можно выбрать цели, у которых общие сложности. Так. Громоравно выпускайте в разрушающей мощи, отталкивающие существ и предметы. Плавное падение. Вы и ближайшие союзники получают невосприимчивость к урону от падения. Звучит уж прикольно. Ну, учитывая, как ты любишь куда-то проваливаться. Но мне нравится диссонирующий шепот больше. Это что по нему его бы я напугать могу. Вот это более удобно звучит. Ну, я считаю, что тебе надо взять то, что тебе нравится. Уже? Так, а как этого придурка снять? Да. Там веревка. Надо остановить, и там веревка будет. Ага, то есть надо вверх сладить, понял. Не, вот. Два рубильника. Ага. Дергай правильный. Лайт дернул неправильный. Я правильно дернул. Ну. Слышь, я дернул этот, который отпустить. Отпустить тормоз, Слайд. Ну, все знали, к чему придет эта история. Ладно, возьму просто плюс два. А он живой остался или нет, интересно? Блять, очень сомневаются. Я пойду проверю. Рекомендую поговорить с его трупом. Я тоже хотел предложить. Бля, помянем. А где он? Куда он налетел? Куда-то, я не знаю, Лайт. Это он? Там такой серый гном. Бар крут. Да, это он. Как-то у него есть кровавый амулет, как бы, я думаю. Вус, иди сюда. Вус все еще, я походу, качаюсь. Да, думает. Блять, царян, мужик. Я не хотел. Улетел в лагерь цыган. Жаль, не долетел. Почему он прилетел в лагерь гоблинов? Так он уже в нем был, не? Ну, он был в нем заперт, а теперь он свободный в лагере гоблинов. С оговорками, конечно, да. Но.
целом. О, ребят, смотрите. Нельзя. Слишком маленький радиус прыжка. Блять, мне. А у нас сейф где был последний? Ну все, мужик умер, Блайт. Нет. Ты хочешь оставить этот грех на мне? Ну ты ж собаку на мне оставил. Да, блядь, мне кажется, за этого чувака тебя тоже сняли. Нет, я проверял. На чувака клятвы паладина похуй. Искренне, типа, знаешь... Вот собака это пока что единственное, что я нашел в игре, что клятву ломает. А, что урон наносит? Пиздец, а где мое хп? Это 4 урона доносит, собей. Да у меня вопрос, блядь, возник еще более важный, Лайт. А почему я на моем портрете теперь голый? Я тебя испугал. А можно как-то это починить? Может, ты наготу боишься? Теперь я действительно голый, а теперь я один. А все, блядь, портрет голый теперь. Гачи-мученик. Братан, вставай. Лус, иди сюда. Ты нам нужен. Ты умеешь с трупами разговаривать. Сейчас подает. Не факт, что этому гному есть что сказать, но... Спросил него, от чего он умер. Не понял. Мы, наверное, не сможем поговорить с ним. Не уверен, что трупы, которых мы создаем, могут разговаривать. Да попробуем, давайте. Ну почему? Мы создали труп Астуриона и поболтали с ним. Ну, кстати, ну да. В принципе, да. Ура, теперь вам доступна игропользователи библиотека. Круто. О, мне вернули это. DLC-шная одежда. А куда? Что ты сделал? Я зашел в этот. В лагерь. И она у тебя там была? Да, и она появилась. Ну я надел кровавый амулет какой-то, амулет покрыт мелкими брызгами с него. Потому что больше не твоя нужно. Магическая рука появилась? Это моя. Ага, ничего себе. Это хуйня? Так, все, я иду. О нет, сейчас коробка прилетит. Куда? Я, кстати, дай-ка иллюзию протестирую. Не у меня. Ну давай, Вус. Надо попробовать гнома разговорить. Че? Книжки написаны. Я создал кота! О, Вус разговаривает с гномом. 757. Подкова. The corpse regards you lifelessly. Понятно, гоблина берет. Все понятно. Мы отомстили. Отомстили за тебя, чувак. Проси, что у него ценного? Ничего у него нет. Был, есть. Него... Я у него подобрал амулет. Я просто не знаю, что это за амулет. Все, что нужно, чтобы найти его, все. Понятно. Ну, кого его, очевидно, тогда. Ага, нету. А нет, кого ты разыскиваешь? Да понятно, гей. Ну, зачем? Все понятно, амулет нашел в крови. А это точно этот гном? Да, это точно тот, который улетел. Так, надо сопоставить портрет как бы в прошлой части стрима.
Вы же другой какой-то. Это он. Блять, синяки появились, хп 0 лайт. Так, я в магазин. Ну нихуя он не сказал, конечно, я ждал больше. Сказал, что амулет как бы его ругана. Ну чё, как думаете, мы паладинов потянем, которых надо убить? Ну да, четвертый уровень. Куда мы еще тут, блядь, с гномами не закончили, а ты уже хочешь туда дальше пойти? Я просто подозреваю, там... что в сам замок гоблинов нам как-то... Вон там ниже бабушка помочь хочет. Бля. I'm not sure about the goodest idea in our life. Кому надо помочь? Бабушке? Я всегда помогу. Бабушка нам поможет. Я как раз только что от нее в своем приключении вышел. Она помогла. Я до нее еще не дошел. Не, я говорю, она мне помогла, честно, клянусь. Ну я знаю, в чем прикол. Я знаю, что предположение, что... Проходить пришлось, да, из-за этого прикола. Потому что меня наебали. Ты уже все продал, вот что хотел? Нет, я продаю еще только. Вот я зашел в магазин тут. Так, 700. А он всех гоблинов убили? Мысли у него отношение ко мне 68. Кто творил делов каких-то? Минус? Нет, просто 68, а не сотня как была. Вуз начинай ловить. Да погоди, я сейчас свое не скину. А я уже так. Скинул. Понятно. Я так научился через shift предметы выделять, поэтому я очень легко их теперь отправляю. Мы будем это воровать у него? У него зачем? Ты хоть одного плута у нас видишь? Плюс 3 ловкость рук, это не про то, чтобы у него собрать, понимаешь? Максимум ты споруешь у него, не знаю, лопату, вот и все. Не, ну может. Так, я тебе там скидываю пока шмотки, которые видишь. Да. Можно воровать у него вещи и потом опять ему уже продавать. Ну я говорю, что ты лопату будешь у него воровать, там что-то. Все, строкоёб перевешен. Случайно им быть. Как же больно. Быть строкоёбом. А игла ворот. А, это кинжал. Мне нужна рапира. О, Лайт, я, кстати, хотел тебя спросить. Я могу посмотреть сам у тебя это, в принципе. Мне интересно, умеешь ли ты скимитарами пользоваться. Карточка, я умею пользоваться чем угодно, кстати. Ты можешь кидать что-то. Любое, как бы, оружие, которое ты видишь, что оно офигительно, кидай мне. Я скажу спасибо. Да ты уже продал гоблинский? Нет, не продал. Да, скимитар это отдельный тип оружия. О, прикольно. О, прикольно. Только я не помню, где я нашел тот скимитар, с которым хожу в сингле, поэтому, блядь, найдем, не найдем, хуй с ним. Может, купил? Может быть. Блин, интересно, новые песни добавляются или вот те, что есть у барда? Блин, может, или с перком? Нет, у меня доступно все оружие. Я чекнул у себя в сингле, паладину на выборе класса уже все оружие. А ты мне какой-то шляпу скидывал, кстати, это был. Мне какую-то шляпу там хотел скинуть. Да, но она хуже именно по статам. Твоя бонусы дает, а моя просто смешная. Это все белое оружие, но нафиг тогда мне не сдалось, как будто. Найдите мне уникальное. Белое оружие у меня и самого есть. Ну, мне моя бы прикольней. Ну да, твоя более ковбойская. Так, Вуз, ты готов к ну, ко второму раунду закидывания говном? Сейчас, подожди. А так. Мы что-то все зачистили, мы же этого не нашли, блядь. Так, я зелье себе возьму у него. Так, да. А, друида? Походу игра забаговала. Кто забаговал? Это все нормально. Отбаговалось, да? Все отлично. Так, у нас саперных наборов мало, да? Я сейчас куплю 5 штук тогда. Да, это надо. И отмычки, чтобы были всегда. Да, отмычки, по-моему, там штук 10 есть. У Стейна в кармане валяется. И у тебя сколько? Есть 10 отмычек? У меня 7 отмычек. Ну вот, блядь, пока хватит. У меня, по-моему, саперных наборов было несколько. Ну, я их все Лайту придал, он что-то приебался. Метла. Ты кто мне репок накидал тут еще? Что, вещи можно скидывать?
Ну, пока... Да... Сейчас... Да, хотя нет, подожди. Сейчас я к другому торговцу побегу, а то у этого деньги кончатся. Это какая-то статуя стоит. А наверху в этой колокольне там что-то есть? Я, он начал что-то синее продавать, погоди. Фигня. А я так понял, мы квесты этих вообще не будем делать с напарников. Нет, если болтать с ними будем, то будем. Ну, если позволят делать их квесты. Слушай, ты, а у тебя не гоблинский скимитар был? Где, в сингле? Да. Нет, в сингле я нашел где-то синий. Необычный. Ага. Я чекнул. Ты с рапирами, я со скимитарами. Потому что ты не умеешь пользоваться скимитарами. Алло. А я не умею на музыкальных инструментах играть. Я как этот кот в сапогах, только рапиру умею пользоваться. Неплохо. Да, у меня даже персонаж, понимаешь, типа на харизме я вот эти вот милые глаза делаю и все типа такие, бля. Не смотри на то, что у него рога, у него глаза милые. Так, все, пойду. У меня вроде, кстати, еще флейта была. А, ты что ли здесь уже? Я пойду. Лёха, нельзя не с собой два инструмента взять. Торговцу схожу. И менять их на через быстрое действие, допустим. Было бы реально удобно. Слушай, не факт, что инструмент нельзя выделить, вытащить на окно. А какая флейту тебе тогда отдавал, да? Где? Ну да, лайт инструменты можно на быструю панель вытащить. А, ну давай тогда. Я вот сейчас... одежду вытащил, она экипировалась. Всё, можете мне опять закидывать всякую фигню. Что-то там Нарим хотел, да, что-то накидать? Так да. Верни мне, так я тебе могу забрать. У меня так, чья-то вторая быстро... домашняя одежда появилась. На шрифт, видимо, какой-то там. Моя, блядь. Не, у меня не фиолетовая, у меня обычная. Ой, нет. Игла вора, вот это да. Захотел ее продать, что ли? О, вуз, слушай, деньги. Два серебра. А ты мою флейту-то, блядь, не это? Не продал? Я ее у себя давным-давно не помню. Ты ее сразу забрал, Sunlight. Нихуя, блядь, вот это да. Это как так пыштом ты сделал, маг волшебник, блядь. А зачем ты сумку с припасами не кинул, объясни. Сумку с припасами не продавайте, в ней хранится ну вся я еда. Ну я фигарю, сейчас в ней не кинули. Так, а как ее в быстрый доступ закинуть? Ну я бы на панель просто перетянул одежду, оно там появилось. Ого, адское железо, оно точно на меня. А на цифры я не знаю, как назначить. Адское железо, оно для, по квесту. Так, зачем это... мне его кто-то кинул, блядь? Ах, да, я кинул. Да. По квесту на продажу ты мне его кинул, что ли? Ну, я не знаю, может, надо ее брать? О, нихуя! Пачку? Я тогда загуглю. Хочешь прикол? Угу. Так, а ты где? Я в лагерь отошел на секунду. Если у меня инструмента нету, я буду, блядь, насвистывать, кажись. Угу. Чё, реально? Продам нечаянно. Какая линейка, блядь, синий? Да. Ребят. А, я вот сейчас... это адское железо нужно для компаньона. Я вот сейчас кучу всего отправил в лагерь. Да. Есть так что его оставлю а, пока. Нет, все нормально, работает. Не так уж много я отправил в лагерь тогда получается. Я себе ты, конечно, накидал. Ты из этого мог всякие суспензии поделать. Есть странное чувство, что тебе хотят сказать, сам суспензии делай. Сам суспензия, понял, блядь. Чё обзываешься? Неганан дайо. А куда моё, блядь, лют не делось? Каждый раз в этой игре что-то теряется, то ужас. Ну, моя стильная одежда, кстати, не вернулась в ус. Да это на что-то намекает тебе там. Да, на то, что не через харизму играю, да? Бля, у меня пиздато лють не было, куда наделось? Что, мы пойдем пить плазинов?
Да зачем? Не, мы же бабушки сходили. А, вниз? Вон там. Стой, да, мы же люк какой-то не исследовали на этом. Тем более, вот как бы. Мы еще это не обследовали библиотеку там. Да много чего мы еще локации. Мы же этого даже не нашли, блять, придурка. Хальсина? Да. Черт знает, мне кажется, что для него надо еще один левел поднять. Я-то откуда знаю? Я-то не прохожу игру. У меня малый барабан, ну ладно, он не нужен. Я не помню где. А, в подвале, да. Че, про какой люк вы говорили, что мы его не обследовали? Вот здесь. Который я шел, вы сказали, мы хотим туда, в колодец. Вот этот вот деревянный люк, который рядом с вот этой, блядь, башней, нахуй. Кто-то треуголку морского зверя хочет продать. Ты что хочешь? Пустой подвал, я там был. А он не пустой. Я, ну, сапоги, которые там есть, я взял. Я только что туда зашел. Тут надо было еще скилл-чек пройти. Где? Я не прошел. Внизу как бы. Где? Так, где Дарим скилл-чек не прошел? В подвале. А, вода? Где? А что там? Там это не тот подвал, о котором я думал. В этом подвал, я никогда не был. Подвал, который около камня телепортации. Около камня телепортации? Сейчас покажу. Так, иду к камню телепортации. Ага. Я никуда не вижу. Так. А, он здесь, вот, в доме. Давай сейчас скилл-чек пройдем, у меня, блядь, всегда все хорошо. А-а-а. Нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Что это за скилл-чек? Где он? Читай лайт за страконность, который разъебет его лютню. Чем? Что, у него лютню украли из инвентаря? Не прошел. Блядь. Не прошел. Последний остался вуз, как бы. Да. Ты очень нужен в этом подвале. Так, вот это вот великолепному подкинем. Ключи, так, ключи, ключи. Ты свой брелки, он ты, блять, ну-ка, стоять, сейчас я тебе пизды дам. Нахуй, блять, мне свои ключи отдал, он лови, блять, брелок свой. Откуда у меня второй брелок? Да, нужен он мне будет. Так, где припасы, которые мне кто-то подкинул? Так, воровские инструменты тоже это великолепно. Нельзя бочкой в человека кинуть. Да, это не Divinity, я согласен. Да, здесь не убьешься про целый город тогда. Ну, как я понял, можно, если желание есть. Ой, это что такое? А, так вот. А, на тему, что лайт свистеть будет, если инструмента нет. Next, не уверен, что он перки без инструмента может использовать, в принципе. Я посмотрим. Косяк. Интересно, а что мы будем делать, если мы не сможем попасть в лагерь? Ой. Не в лагерь, а это пройти скилл-чек тут. Ну ничего. Значит, не для нас. Не для таких, как мы. Можем этого... А, нет, не можем Астариона из лагеря вытащить. Да. Действительно. Могу. Не, его можно свистеть могу. Видишь? Его уже нельзя, там нет рупы его. Он исчез. Ну, кстати, я другие убить инструмент. Я видел его сундук, как бы его русы только валялись там. Все. Единственное напоминание о нем. Ну, и, кстати, не факт, у деда может быть. Так, да, реально, лайт может просто свистом все делать. Настоящему барду не нужны инструменты, да? Нужно было положить труп в ящик, блин. Ну, я, кстати, сильно удивился, когда случайно засунул труп в инвентарь. А ты думаешь, как некроманты-то живут? Так, все, иду к вам, где вы там? Можешь еще повесить на него это наставление, майор. Да, точно, Анзор. Да. Сейчас Вузор подойдет. Квесты этой гитьянки нельзя выполнить. Ну и это не обязательно с ним болтать. Ус, я стою там, куда надо подойти. Сейчас я иду. То есть нельзя, да, без нее? Стой, не беги. Да, с ним болтать без нее не надо.
Да, я подойду вам туда сначала. Точно, без сразу. Все, беги к ним. Наставление. Вот сюда зайди. Может ли лайт свистеть под спелом тишина? Скорее всего, нет. Ладно, долбоёбы. Ну и ладно. Было очень сложно, но я смог. Это не я, это игра. Ну ладно, ранение. В принципе, не знаю, чего ждать от этого подвала, его впервые вижу. Ой. Ну пиздец, один скелет. Вас застали врасплох. Оу, щет! О нет, он еще один гроб разобрал. Так вот почему Вуз про некромантов шутил. Ай! Убежал, убежал. Ой! Так. Чем бы вас ебануть? Недостаточно движения, как жить в таком? Касту изгнания, блин, кстати, надо попробовать. А я вроде такие есть. Ловкие. Или из-за того, что я предал клятву, уже нет. Блин, далеко они как, далеко. Нет, у меня походу нет изгнания. Да знание их просто пугает. И все. Перебить харизму, это как в этом, как в Фирнхангере, убедить нежить, что она не может быть живой. Мне вот интересно, следующий бросок атаки получает преимущество, блядь. Это если я, например, подбегу к врагу, то когда я буду бить, я получу преимущество. Ага, то есть это на врагов накидывать? Нет, на меня, наверное. Как называется спелл? Верный удар. Наверное, на союзника. Типа, бросок кубика за атаку будет улучшен. Как бы единственный минус в моем гнобе. Ну, дай бог, чтобы реально на тебя было. Да. 7,5 метра. Получает преимущество при бросках атаки. А, против этого существа. Нет, тогда я был неправ. Можешь меня пиздануть, получается. Спасибо, братан. Я неправильно понял. Ну, ты сам попросил. Отпизди меня, рапиры, друг. Сейчас вдарим рок. Алло. Плотную стрелять. Под такую музыку-то. Приятно, да? Что-то знакомая какая-то мелодия. Ну, это тема зверя. Извините. Нет, там это что-то это из классики в ощущении. Либо из какого-нибудь Asterix и Obelix. Ты скажешь, это извините. Ай! Ах ты маленький гаденыш! Нихуя себе, он его пизданул на все хп. О! Hello there! Hello, my darling! Hello! Ой, критический удар. Ау, бля, как больно было, а пошел к ты нахуй. Блять, ну как-то у Лайта посильнее было. Бринг. А ведь он ты даже... забыл сказать, ах ты маленький гаденыш. Попадает, если наберет выпало. А, ну, то есть он попадает, да? Вот видишь, кстати, у меня... Эээ! У меня больше хп уже, блять, чем те. В смысле, у меня на одно хп больше. Нет, больше, чем у этого. У меня. А. Да. Короче, Стейн. Держи их там своим телом. Его не задело. Это все для тебя. 2 хп, это чтобы ты их добил. Давай. Так, а это я обратно встану. Поближе к нему. Пиздец, Лайт, опять шутки про пельмени, даже мертвого рассмешил. Так, надо похилиться, кстати говоря.
Мне забавно, что тут хилка лечит, знаете, типа от броска кубика, не фиксировано. Как так-то вообще, как жить-то по стакам? Да, не построишь далеко идущих планов. Опа. Ебать, клад! Я такой бегу, о, клад! Разворачиваемся. Халох. Опять вплотную стреляет, вот дебил. Там 2 хп, ты сможешь. А он один, я пытаюсь выглядеть, вдруг второй кто-то есть. Он один, второй сдох как. Я поражен вами очень сильно. Да, все нормально. Все нормально, да. А! Он по нему вплотную попадает. А, бля. Ух, бля. Так, я пойду вот этого пиздану. Где тут бесплатный? О! О! Братан! Ну, ничего себе, если он тут просто... Я забыл, что у меня эта магия есть, я просто, блядь. Только что от мана... Ну да, это же скелет, какие ему, блядь? О, вон, блядь. А, кстати, да, реально, здесь кубик тоже плюс 2 имеет от какого-то чего-то. От мудрости, может быть. Я встану возле тебя, не бойся. Here we go again! Я попал! Блять, он меня протонист. Ребят, плохая идея. Я знаю, вы хотите лут с этого парня, но... Похуй. Вот это да. Похуй. Вот это да. А, какая плохая идея была? Вот это да. Похуй. Там был высокий шанс, но... Ха. Кстати, по мне попадет вообще, нет? Да. Взял маленького персонажа, чтобы всегда быть в преимуществе. Да. Убил, да? А, не убил, понятно. Длинный лук у парня был. Ох. Блять. Блять, я вам всего 3 урона нанес, ебаный рот. Я промахнулся. Печален ваша неудача. Я могу толкнуть его! 80%! Блять, я только подбежал! Опа! Да блять! А все! Я устал! Буллинг скелета! Сейчас по мне пытаться убить. Не смог. Когда-нибудь он попадет по мне. Че, я его оскорбил, блять? Брысь, блин, похуй, сон. Когда-нибудь я по мне попаду, блять. Откуда ли я его оскорбил? Я не знаю, ты уже какое-то время случайно оскорбляешь людей. Может, у тебя какой-то перк есть, что можешь случайно оскорбить? Синдром Туретта, блядь, что ли, нахуй меня? Слушай, ну полезный. Да он, может, тифлингов ненавидел при жизни. Ну так Лайт его оскорбил, а не он Лайта. Лайт реально, когда убегает, постоянно оскорбления кидает. Я-то еще на гарпиях заметил, тогда думал, что ты из-за гарпии. О, ребят, идите сюда. Буллинг продолжается. Так. Ну да, у Лайта есть насмешка как навык, а вот почему он сам иногда его прожимает, я не знаю. Да, работает вообще. Дай-ка логи посмотрю, может, это какой-то... Бля, я сейчас не по... Ага, Чармин чей. А, ну да, у меня он использует цель, использует острые слова, цель. А ведь ты же ничего не нажимал. Ну да. У меня он, представляешь, ты сказал ему, брысь в жопу, там твой дом родной. Жестко. Видимо, у меня как-то может рандомно он прокидывать. Ну, видимо, у Лайта реально синдром Тур. Гривенника, блядь, Тур-то. Ой, это что за зеркало? Ой. Ой. А чё я... А, я сделал удар. По зеркалу. Нет, по гробу. Лайт с зеркалом, походу, разговаривает. Да, я чё-то я к зеркалу смотрю. Подожди, Лайт, подожди, пожалуйста, сейчас. Я жду. У нас шкелет. Нет его больше. Все, слушаю.
Скажи свое имя, говорит зеркало. Отвечу, знаю, как там дальше, Сет, мое зеркальце, скажи. You do your best to wipe the dirt from your face and look presentable. Adventuring is murder on one's wardrobe, though. Прихорашивается. Ты уж заебал зеркало отлынивать. Блять, а ему... Мемнес. Интересно, что будет. Оба варианта интересны. Меня зовут Мемнес. Давай чисто, я не доверяю зеркалу, блять. Ну да, оно выглядит палевное, я согласен. Ладно. Она звучит как Шоден. Да, я союзник. Ну чё, у Лайта же много харизмы, правильно? Не открывай дверь. Заранее мы, конечно, не знаем, насколько это сложно. Стой, стой. Вот бросок D20. Не нажимай, не нажимай. Ну это бросок какого кубика? Ага. Стой. Наставление прокинуто. Можешь нажимать. 15. Ну это как 50%, ну ладно, 45. Let's fucking go! Изи. Хорош, придал. Наставления не понадобились. Я на самом деле подхожу и на ухо говорю, ты же понимаешь, какая пизда нам будет, если ты не сделаешь. О. Она открылась. Запугал волшебное зеркало. Я бы, знаете, если бы был этим алхимиком, который это зеркало поставил, был бы сильно разочарован в моей системе защиты. Открою тебя, разъебун нахуй. Ух ты ж, тут свитков куча. Еба, дорогие камни. Кто-то умный бы сделал из них что-то полезное. Ничего свитков нашел. О, рычаг какой-то. Нихуя. Тут что-то помечено как задание даже. Нарим, гляди, как у тебя на руках что-то появляется. Ладно, не могу. Тебе в инвентарь свой залезть. Да. Защитный на паковане. А, прикольно. Девай. А он вылез, что ли? 17 глаз брони. А ты где эти плюс 5 брони достал, ну-ка мне? Так, лайф, плюс 2. Тут есть какая-то нажимная плита. Ледок дракона дает плюс 13. Где? Взад. Лиси, я ношу недоспехи. Ага. Обезвредить тебе предлагаешь? Да. Ну там что-то лежит. Может... Там какая-то книга некроманская валяется. Наставление кинуть. Там некрономика. Нормально. 10, ну с 10-то я, блядь, справлюсь, парни, но... Я же не ебаный идиот. Ну еще давай. Ну я кинул наставление. Оно уже не нужно. Ну, в смысле, ты уже провалил. Еще разок давай. В смысле, блядь, провалил один раз... Провалил один раз, это просто один раз это, один саперский 12, набор. 12, блядь. Мне нравится, как ты кидаешь наставление, мне нормальное выпадает. Ну игра понимает, что ну, тут уже можно не выебываться, в принципе. Так, сейчас блита не рабочая. Уже все. А. Там еще видишь ловушку. Ну давай. Скрыть. Мистер пиздо, мистер вскрыватель. Вот. Удивительно, обычно у нас дарим на человеке, который нарушает закон. Я маг. Я тоже. Неуверенно сказал как-то. Он все еще как бы не отвык от Divinity просто. Ну, я предлагаю встать мне сюда, а Нариму потрогать книгу. А, ну Лайт уже потрогал книгу, да? Я же могу ее убрать, если честно. Лайт, ну вот это вот выглядит как та книга, которую не стоит читать вслух. Да там, где нужно... Кто диалог скипит? Наваду! Говорить надо в конце. Да кто нахуй диалог скипает, блядь? Только ты можешь свои диалоги скипнуть. Нет, игроки тоже могут. Только ты можешь диалоги скипать. Я не трогаю, так, ага. Засунуть книгу весь мешок.
Так, у нас так, просит за вещи. Гляди, аметист в гнездо засовывай. Я тоже думаю попробовать. Ой, это что, тот самый, который мы нашли у паука? Зловещий? Ёб твою мать. Что ж, Лайт стал некромантом-бардом? Открывай. Открывай, ябана. Сейчас мы все сдохнем тут. F5 хоть нажми, что. Поздно. The book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are... Все, можно. Мой амулет можно выкидывать. Гейлу. Darkening suns conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to... Вот там звезда Давина на левой странице. Нет, там сейчас будет написано: меня зовут Том Нарвола Реддл. Ребят. Давай. Лайт, тут очевидно. Мы должны как бы показать, что наша тупость неостановима древними артефактами. И на 26 такой, исполнил. Чтобы это делать. The glyphs swarm impatiently. The book wants you to turn the page, to delve deeper. It's hungry. Отправился в свет. Вот уже сложнее, Кэй. Но все еще вырвал очко у питерского зенита, молодец. Я подозреваю, что он тогда 20 будет идти. Да. Книга скажет, потом в конце заебал ты. Within the pages you feel a feral thrashing. Living magic, driven mad by what it was used for. Necromancy. The magical energies of all living things were stolen, corrupted, and sealed in this vile book. It wants someone to share in its insanity. Понятно. А я могу захлопнуть, а потом кому-нибудь отдать? Я не хочу, знаете, читайте вы. Не знаю. Ну давайте попробуем, может. F5 кто-то делал? Нет. Хочешь, нажму. Давай. Я вот что-то дарим у кого-то там. Подожди, еще не зажимай. Что? Да. Ну и бредятина. Слабак. It all disappears in an instant. You are yourself. И в карманчик такой. Книга, так, хуйня. А теперь... Попробуйте. 0 из 10. Попробуйте, а вот вы можете с ней повзаимодействовать. Да, она лежит все еще. То кому надо некромантия? Ну я просто подумал, нахуя мне некромантия, если я не маг прям полноценный. Ну и что, ты болтал бы с этими группами? Рассказывал им бы свои охуенные истории. Давай, Днарим, читай. У меня нет мудрости. Да, блять, у меня тоже не так много мудрости было. Днарим, я точно помню, что когда я сравнивал, ты оказался самым мудрым из нас. Да, на Риму больше всего мудрость. Иди читай книгу. Это приказ. Этот звук. Я не хочу ввязываться в эту историю. Я просто, знаешь, открыл книгу, поговорил с ней, такой, хуйня, и закрыл. Книгу увидел фигу там, как ничего так не было. Где я ее не могу найти? Ну, он на столе лежит. Я говорю, я как этот Шрек, ха-ха, ну и бредятина. Так и поверю. Наставление, что ли, кинь? Сейчас кину. А, не убью. Так. Бредятин какая-то. Опа, масло Василиск. Чудо. Блядь, она теперь только со мной хочет. Ну? Открыть древний фолиант. Что там? Ну что, будешь читать? Давай попробуем, ладно, блядь. Ну, видимо, надо заново пройти сейчас. Не хочешь, что ли, там поболтать? Ну ладно. Поздняк уже. Поздняк уже, давай, начинай.
А я могу добавить бонус. Добавляй. Я докинул. Ага, все. Ой, ну нормально. А чего ты назад-то листаешь? Так ты видел, там нет, звезда Давида на странице была, она справа налево читается. Это Мангалус. Это манга, да? Коба. Уже сложнее. А нет. Пожалуйста. Чуть-чуть не хватило. Давай. А еще одну бросок могу сделать. Ну давай, делаем. Вдохновился на чтение книги. Сейчас единичка. Гордею! Здесь сначала был офигительный. Опять рассказывать надо. Вначале. They pull at you, dragging you closer. Отца закрыть книгу уже. Ой, а вот это пиздец. Ой. Ой. Надо выбить 20 из 20. Не, можно 16. Да. Не факт. Что выбить. Вот тебе четверочка. Проебали. О май гад, был Данил, а ты что? А точно нет сейва до того, как я книгу не трогал? О май гад, был Данил, ты что, крейзи? Не знаю. Ты чё... Ну нажимай продолжить, да, чё ты знаешь? Да, знаем, чё ты потерял. Глаз или жопу, сейчас увидим. The cliff scream searing your mind. You feel lost, tossed in a sea of arcane power you can neither control nor... Барт, это магничный, как меня не наебёшь. Не обманешь. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you, you should never have known. Узнал, что как бы во всем виноват еврей, там было написано. А в целом, блядь, ничего не потеряли. Я могу еще раз ее почитать? Ну, он это, у него шофт безумия, как бы накладывает помеху при проверках мудрости. Ну, мудрым не было, начинать не стоит. Ну, если хочешь, я, конечно, могу загрузить слайд, но... А вы больше не можете трогать эту книгу? Да, я попробую. Очень странно я к ней пошел. И как мне теперь это ебучее проклятие снять? Я подозреваю, что это навсегда. То есть я ёбнулся? Да. Прочитал книгу, которую читать не стоило. Мы добрались до последней страницы Флианта, но она нечитаемая. Надо найти способ ее прочесть. Это задание появилось такое? Да. Либо уничтожить, либо дочитать. И что, а забрать мы эту книгу можем? Да. Ну да. Альт зажми. А, стойте, блядь, всей толпой сюда тогда надо идти. Куда? Ну, я так понимаю, горгульи сейчас начнут воевать, не? А, блядь, вы не выключили, что ли, её? Всё, до свидания. Ой, сука, положи лай. Обратно. Положи камешек какой-нибудь. Или... Камешек, как Индиана Джонс. Или разминируй мраморную плиту. Сейчас, подожди, я чернильницу тебе кину, ты положишь. Ну, если подожди, какую плиту, блядь? Пай. А! Стой, давай я тебе книжку другую дам, а ты ее положишь. Сейчас, подожди, вот. Вот. На, книжку положи. Нормально, нет. Вейсментол пишет Ляну, надо эту книгу в город детей принести. Так, ну я разминировал. А, все, молодец. Выходите из походового режима. Опоздал. Ну, что я могу сказать, чить? Слушай, а может тот, блядь, этот знает, как говорю, на скелет, блядь, что с этой книгой делать? Может быть. Так. Я же не буду всю жизнь ходить теперь, блядь, шепотом безумия, нахуй.
Ну. Ну пока ты, видимо, квест не доворошишь. Познал лавкрафтянское безумие. А подозреваю, что, знаете, на самом деле должна быть какая-то штука уровня долгоиграющая, типа. Ответы скрываются во вратах Балдура. Да, а куда мы попробуем. Когда-нибудь придем. Может, ты знаешь, либо Гейл. Так, а где этот, блядь? Шкелет. А чё, шкелета нету? Что делаем? Ну, к бабушке идем, вон, видишь, там недалеко. Так, подождите, я сейчас с скелетом попытаюсь попиздеть. Может, реально он знает? Но найти учить не могу. К бабушке или к паладину? Ну, к бабушке, она вот тут, в двух шагах, блядь. Ну, вот тут нет лайт. А чё, он съебался? Ну, или вот дверь закрытая. Какого скелета ищете? В лагере, что ли? Ну, да. Да. Вот он. Ага. Вот полынь. Может, ты что-то знаешь, братан? Fate spins along, as it should. Have you need of my services? Понятно. Нет. Тут тоже, может, из напарников знать, блядь, твой знает этот? Гейл, армия её. Понятно. Нет, я думаю, что лайт, это надо найти человека какого-то умного. Ну, Гейл выглядит как умный человек. Нет, он дебил. Он умеет жрать, как бы, вообще-то. Так. Кто у нас еще умный? Уилл, ну ты-то должен знать. Да, он тот еще умник. Блять, ну ёб твою мать, ну чё у меня вся команда дебилов, блять. Сам-то ебанутый. Кто знал, что в этой книжке не картинки, а манга Дюниита, блять. Так, ладно, пойдем с бабушкой говорить, с дедушкой там похуй. Бабушка, кстати, умная, может помочь? Так, где бабушка в ус? Поговори с ней. Вон, на юге. Я иду к вузу. Сейчас это. Я просто изучаю карту здесь недалеко. В конце игры Барт настолько преисполнен своим безумием, сознание, что перевоплотится в Демлича и сможет раз на раз выходить на драконов. Ну, насчет драконов не уверен, но в целом. А ты можешь это еще раз почитать ее лайт? Нет уже? Так. Так, где она? Опа. Ой, я знаю, что здесь где-то это. Ну, прочесть я могу. Холмик есть, но тут нужно это, внимательность 20, чтобы холм это найти. Ну, листая книга, ты чувствуешь, ее тайны по-прежнему сокрыты где-то там. И без ключа они, возможно, так и останутся скрыты навеки. Этот, что ли, холмик? Какой, где он-то? Да, кажется. Ну, он, видишь, там. Да, почему как Фиренхангере звучит, вот. Блядь? Из-за того, что это 20-ка, как бы. Ну, мне эти так, перчатки не очень. А не хотите, кстати, нужны. Песень долгого этого, долгого отдыха? Ты, кстати, он тебе 18. Я все подобрал, но если хотите, можете взять перчатки. Ну, что там, перчатка? Позволяют прыгать два раза. Я хочу сказать этому ёбаному. Это какому-нибудь стрелку стоит взять. Так, слушай, у меня есть. Здорово, у нас нет. Лайт стреляет. Песень. Активно. Я могу песень отдыха исполнить. Как вам идея? Подойдите ко мне. И что она сделает? Ну, легкий отдых даст. Или оставить ее, похилиться чем-то другим мне. Давай. О, Лайта, ты в курсе, что не умеешь арбалетом пуль? А, нет, умеешь. Простым. Это кто был? А, во. Знаете, кто мог дать ключ? Те самые стражники, которые в начале игры Вуза за руку поймали. Понятно. Ну, вряд ли, конечно, никогда так. Такого не бывает. Но это было бы смешно, знаешь. Далеко играющая проблема. Да он их поднимет, спросит. Чё там с книгой, мужики?
У меня, короче, напарник прочитал книгу и обезумел, блядь. Книгу говна. Ус позвал бабушки и решил не идти. Не, я с тайм. А где бабушка? Изучай локацию. Ничего бабушка, пожалуйста, помоги. Бля, у нас кто-то будет какой-нибудь некромант, блядь? По... О, люди тебе зачем стоят? Некромант? Объясни. Здесь на некроманте запрещена скелет позвайна. Эйга. Ой, я бегу, бегу. Понятно. Брат Бринош. Уберите оружие, я знаю эту женщину. Не надо, подумайте. Оно. А Вуз уже подкрался. Он уже ворует. Дракоёб уже. Я не хотел бить, оно само. Так, а может его это не будем убивать, как Кодзима завещал, вырубим? Вырубил. Ну один упал как бы, другой да, вырублен. Почитать. Не говорили о какой-то Майрине, кто это? Майрина begged me not to breathe the word if they came looking for her, and my word is my bond. А вы слушаете сейчас за мной, да? Да-да-да. Просто тут вроде в сингле есть кнопка поменять персонажа, прям тут. Я думал, значит... можно это сделать даже в сингле можно, да. В сингле, между ты остаешься в диалоге и меняешь персонажа. То есть ты можешь воровать в этот момент, когда болтаешь с кем-то там. Ага. Вот для чего. Не, я думал, что это кнопка для того, чтобы именно в диалоге поменяться. Я тоже так подумал, поэтому использовал ее, увидел, что это просто смена персонажа, как бы. А твое это было бы удобно в кооперативе, делал. Знаешь, типа, взять, поменять. Все прям как в Divinity. Да. Ну, наблюдать за диалогами интереснее, чем в Divinity. Тут в каждом диалоге камера поставлена. Оно. Люди заебались. Оно. Это выбил я, не кто-то из вас. Вас звать к договору? Блять, 15. А, надо было это, колдовство. Ну, благословение мне бы не помогло. Если там мудрость была нужна, это не ко мне уже, к сожалению. Накинь благословение. А я сейчас попробую. У меня просто неправильно. А, дай-ка я свое бардовское накину. Наставление. Я наставление кинул. Все, наставление. А если я тебе накину свое бардовское вдохновение? Оно не прибьет? Это его? На интеллект проверка. Оно на все навыки. Ну, просто внизу не пишется, что ты можешь добавить, но попробуй. Подкинул. Не чувствую, не чувствую. Ну, крути, Вуз. Одиннадцать. Не сегодня, не сегодня. Не заметил, в чем подвох, да? Да. Все отлично. Так, это что-то невидимое? Ласковая записка. Передохните, лапулечки мои, скушайте за меня кусочек другой, тетушка Э. И сочные яблоки, которые можно один раз использовать. Я так оставил видение невидимого. Что-то не так. А чё вы яблоки не собираете? Пиздец, что-то не так, да? Ловушку поймал, да? Бывает. Овечки! Стэн, сохранись, пожалуйста. Ну ладно. Не, мне просто только спросить. Не надо нахуй! Вуз, ты же в курсе, что игра не сразу сохраняется? Плевать. Ну, сейв был после того, как ты пизданул. Это так и так планировалось. Да в чем прикол, блядь? Я хотел
Да может какой-то диалог был, наверное, выбить, блядь. Я психопат. Ну попытайся загрузить, может быть, еще добуй. Если хочешь. У меня всегда, когда я нажимаю F5, как бы, даже если появляется слово потом, то это только потом. Попробуй загрузиться, просто я чуть-чуть. Там загрузка всегда до появляется. Ну попробуем, но и там как бы надпись «Сохранение завершено» только после появилась. Нет, ну это оно так и делается, да, но сохраняешься ты заранее. В РПГ главное правило хорошей кармы — убей, но не укради. Не знаю. В Fallout'е вон можно быть Иисусом. Вороватым. В Fallout'е можно и детей убивать. Здесь их ловить можно. Гоблинских детей тоже убивать твоим. Можно. Здесь. Общайся со своим бараном, если так хочешь. Ой. Лайт. Всё, он в тильте ломает шматки. Так, ща, блядь, попробуем. The sheep's voice warbles. You realize it's trying to say bar. О, под безумие. Блядь. А в смысле кидается два кубика, но берешь худший, пиздец. Да. Стой, Лайт. Наставление. Голый мужик тебя наставляет. Блять. Наебать. Ёбаный рот, то есть мне теперь надо на второй кубик ориентироваться. На хуёвый, всегда. Wheezing, the sheep backs away. Ну тут много овец, Лайт, одно из них получится доебаться. Need to find a way forward. Так, где еще? Да вон еще. Ёбаный рот. А, теперь со всеми так. Угу. Да, может книгу уничтожить попробовать тогда. Как ты хочешь уничтожить? Чем ты уничтожишь? У тебя есть такой диалог там? Я проверю в инвентаре. А, ну если никто из вас эти перчатки не хочет одевать, я одену. Эти перчатки бы отлично подошли плуту, но у нас его нет так. Ну Лайт, частичный плут. Нет. У него нет дополнительного... Потому что у плутов есть два бонусных действия. И за бонусное действие он может рывок на себя кидать. Ну, у Астариона нету второго действия. У него есть. Нет. Если его прокачать, то будет оно третьего уровня. Ну, это надо этот подкласс брать. Вор? Ну, да. Ну, да. Вот я и говорю, это настоящий вор. Я другой брал, поэтому там не было. Все. Я человек ленивый, поэтому я чаще всего качаю то, где до самого конца вообще ничего нет такого. Блять, теперь я... хуёво мне, блять, с этим проклятием бегать-то. Блять, мудрость у тебя и так, да, никогда не был. Не стоило начинать, Кань. Я с одной стороны хочу сказать, что неприятно, но с другой стороны, чё, мы мудрые, что ли? О, мне шмотки мои вернули. Finally. Ну тебя в пиздане овцу тогда это, блядь. Да не, давайте дойдем до дома. Зачем? А чё ты думаешь, если мы здесь по пизданем овец будет лучше? Я могу тебе спойлер рассказать. Если ты хочешь спросить. Что, она Баба-Яга? Нет, другой спойлер. Который ты сейчас спросил меня. Ответь тебе на этот вопрос или нет? Ну и всё.
секунду. То есть ты к бабке хочешь, к нам пошли. Red Caps ripped the place to pieces. Кажется, лапи не очень хорошо. Не понял. Вы где оказались, блядь? Как вы там? Как вы, блядь, туда убежали, пока я возле овец стоял? Я ушки насобирал. Тронулся, извиняюсь. Ох, тут еды, бля, ребят. На две жизни. Лайт лют не лежит. Да, она хуёвая моя лучше. Так ты ж свою потерял? Нет, нашел. А, ну тогда. Её вернули. Тогда ладно. Интересно, будет ли в игре какой-нибудь барту, которого можно будет научиться играть на лютне просто ради умения? А можно это? Наставление. Наставление. Мне. Ты куда-то не туда зашел, да? А ты уже... А, стой. Сейчас я добегу тогда. Я думал, что ты уже в круглише. Наставляю тебя, друг мой. О, да. Еще кто-то наконец-то начал тут что-то видеть. Подслушиваем за Днаримом. Чародей. Бля, 15. Да, бля, вот это да, вот это да. Ну! Вот я своим монахом сюда зашел, мне моментально 20 тут выбил. Своим спокойствием. Не очень мы смышленная команда. Кто ж знал, что колдовство это навык харизмы? Я был уверен, что вы умнее. Ай, блядь! Похиль себе. Значит, ты будешь так 10 ходов. Кровотекать. Кровотечение, это кровотечение. Открытая рана, что-то другое. Елку выпей. Ну что, идем к бабушке? Пошли. Вот теперь я сохранился. Можно будет ломать чужие лютни. Но это Лайт уже сделал. Он уже начал. Теперь его не остановить на этом пути насилия. Конкурентов должно быть меньше и меньше. У Лайта там еще и эти помехи при харизме. Гниение. Где? А, ебать, от болезни. Ну да, он хилку не выпил. Не, может ее сейчас выпить? Или подождать 5 ходов? По-моему, уже не поможет, если он выпьет сейчас. Подождать 5 ходов можно. Я выпил хилку, кстати, она не помогла. Ну, гниение еще пройдет. Ну я предлагаю подождать, пока Лайт вылечится. Ну я ходить не могу. Что за фигня? В смысле? О, все, отлично. Стойте, подождите. Лайт еще не вылечился. Нихуя она обратно вернулась. Ебать, на 25 ходов. Лайту стало хуже. Да. Гангрена, пацаны. Что мне нужно сделать? Так у тебя есть болезни? Я выпью хилку, не помогло, блядь, это болезнь. Сейчас мы глянем, что тут еще у меня есть. У меня нет такого лечения, Лайт. Странно, но нету. Я подозреваю, что у команды тоже. Противоядие не помогает. Тут есть камень телепорта, поэтому я в город, ребят. Посмотрю, чем там торговцы продают. Может быть. Может быть, мы найдем лекарство для Лайта. Лекарство от спидорака. Убить Кагу. Каги. Сейчас мы дойдем там до 16 ходов уже. Ваш союзник погиб. Я думал, что она просто лечится, а оно бац. Хуже и хуже. Это еще хилк. Я, короче, погуглил. Типичный антивакцины. Натор, блин. А я эту хуйню только когда мы до врат Балдура сможем завершить, блять. Книгу? Гангрену? Да, да, согласен. Я говорю, что книга, скорее всего, долгоиграющая. Ёб твою мать. Безумный пать. Можно ее как-то разъебать сейчас? Есть у нее там хилка. Шизы и шизы. От гангрены. Краску нашел. Перчатка ловли снарядов.
У этого не вижу пока. Пиздец, у него нашего говна продается. О, нет. Как оно там оказалось? Так, бабушки уже нет, она, видимо, там дом сидит. Нет, у него только краска. Иду к другому торговцу. Нихуя себе, у него лицо Шрека, у него лицо полурослика. Вы думаете, только к бабушке без нас не заходите? Да, это нормально, нормально. Я ж подумал, Лайт зародился гангреной, да, врат Балдура. А, ну, тут нет больше никого, кто мог бы тебя вытащить, Лайт. Ну да. Есть предложение, оно плохое, Лайт. Ага, то есть у меня мудрость теперь, блять, ну это дрессировка у меня, кстати говоря. Ну да, дрессировка это от мудрости идет. Медицина, внимание. Где харизму не режет, в принципе, уже не так страшно, я думаю. Ну да. Ой, 25 ходов опять. Гангрена не исчезла. Лайт, есть очень плохая идея. Какая? Убить тебя. Это фиговая идея. И воскресить. Да я обдумаю, я могу себе так исцелить, когда вы можете прийти так. Но это не. Но это исцеление ран, кстати, дай-ка. Ну, вряд ли. Ну, я думаю, что это именно на ХП лечение. Ну а чё, болезни никакие нет у него, кого же болезни лечить? У нас нет жрецов в команде. У нас нет жрецов, какие болезни, чем. Единственный жрец чилит на базе. Не иди, в ножки и кланяйся есть... там. Этот перк. Можем, кстати, перейти в походовый режим и тупо скипнуть 15 ходов. Сейчас я... Окружение тоже ходит, я не подумал об этом. А? Успех, внимание. Что ты там заметил? Не знаю. А, ловушка. Нет, ладно, этот режим хуже показывает себя, чем просто ждать. Что же сделать? А нет никакого лекаря, может, ну, вот, на... Ну, бабушка байс... вот тебя как бы тебя ждет. Байтит на бабушку. Ну, потому что она это хилки продавала. Не продавала. Но сейчас ее тут нет уже, потому что... Она вся дома. Сейчас я гляжу, погляжу, блядь. Верим. Верим в Лайта. Еще 7 ходов у него гангрена. Рано или поздно он вылечится. Рано или поздно у него нога отвалится. Накинь ему наставление. Она поможет, думаешь? Ну конечно, это же для проверок всех. Не всех. Всех. Нет. Всех. Наставление все проверяет. Я испытание не помогло. Какое? Ну, типа, появилось испытание какое-то, на котором проверка не добавилась. Оно там было, ты просто не заметил. Нет, я следил. У этого тоже ничего. Давай, Лайт. Верим. 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 Да, блядь, чё ж так до... Лайт не вылечился. Лайт не вылечился. Я себе подцепил, блядь. Ему нужно это испытание 15. Выносливость ему надо. Да, видимо, наставление не подошло. Хотя это проверка характеристики, так. То есть ему, да, 15 надо выбить. Ну, точнее, 14 даже. Оно убивает там какие-то восьмерки, единички. Бустите ему телосложение. Да, ему, да, выносливость надо поднять, надо подкачаться. О, нихуя себе, у меня те, я теперь могу с трупами разговаривать. Да ты сам сейчас как труп ставишь. Ничего себе, ты только что да это понял, да? Сейчас я это... У друидов поищу, может, тут кто-то... Хочет школа продать. Некромантии, третий круг, мать его, блядь. Не зря, не зря. Лайт, предупреди, когда у тебя там 5 ходов останется. Ага. Я пока ищу в инвентарях хоть что-то, что может помочь.
Но выгляжу я не важнецки, я хочу сказать. На свиток какого-нибудь малого восстановления нужно, что-нибудь такое. А если мы отдохнем? Нет, не будет ничего. Она останется. По-моему, должно помочь. Я уже это... Я уже проверил, как бы, как вылечиться от гангрены. Отдых, сказали, не поможет. Большой тоже? И большой тоже. Ничего себе. Блять, ну у меня есть несколько ядов, это не то. Понял, минус на минус этот пиф? Нет. У меня есть ослабляющий луч, но это тоже не то. Слушайте, ну вариант убить Лайта и воскресить становится все более валидным с каждым разом. Так он все равно больным остается. Разве? Мне кажется, ресница он без гангрена уже. Понятно, это не продает ничего. Нетти, Нетти, иди сюда. Может ты Нетти от гангрена должен... вылетишь. Здрасте, Назар. Пожалуйста. Верим, верим. Два хода. Нет, у нее есть только дружба с животными. Что, блядь, за лекари в этом мире? Блядь. А че ему выпало? Я не вижу цифры, что выпадают. Ну так это наведись. Ему выпало. Где у него там? Лайт, это будет милосердие. А, он не проходит это испытание от ловушки с шипами. А, ну да. Ему опять нужен 15, он 12 выбил как бы. Было близко, видимо. А где ты смотришь, где что выбивается? Я думаю, что он вон, журнал что-то... боя. Ну вот я смотрю, журнал боя, блять, у меня получается, что я... Великолепный, не проходит испытание против от ловушка с шипами. Наводишься там к... Ага, ага. Испытание 12 плюс 1. Ну слушай, модификатор блядь. Выносливости, блять, у меня... Да, у тебя плюс 1. Получается 13 благодаря твоим модификаторам. Так, а если я сейчас свою хуйню накину на себя, да? Не поможет, наверное. Раз наставление не помогает. Наставление. А, да, наставление, кстати, не появляется в этом. Вот так вот не лечиться-то сразу. Так я вылечился сразу, оно не лечилось, блять, я тебе еще раз нахуй говорю. А вот у меня почему-то всегда лечилось. Ничего. Вон Лай это Стейн выпил, у него тут же все пропало. У меня как гангрена появилась, а сразу, блядь, не гангрена, это как его, ну, первый нет. Симптом, блядь. Я не буду с этим общаться, существом. А это, блядь, это босс финального уровня, сука. Вот он стоит, босс финального уровня. Вот Лайт здесь, вот отступает он. От болезни. У нас есть вуз, он гном хуекрат, Назара. Я сейчас у нее часть тела украду пятую. А, у меня есть все-таки острые слова. В смысле, которые самостоятельно включаются? Да. Острые слова, цель получает штраф. Ну да, короче, я могу типа спиздануть что-нибудь. Не, провал, так понятно, здесь идет ловушка. Верим, верим в Лайта. Сейчас вылечится. Хилься, блядь. Открытая рана. Видишь? Сейчас вылечится. Сейчас вы... Да ёбаный в рот. Он 7 выбил. Так, все, спасибо. Показал, что там нет ловушек. Я пройду. Да, в пизду пошли к бабке, она сама пройдет. Может зайти им первым, может на тебя похилить захочет. Блять, да. Заходи, Лайт. Кому? К бабке. Домой. Все к двери, ребята, готовимся. Сейчас будет или очень легко, или жопа. Ну, сохранись там. Давай, Лайт, мы в тебя верим. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating. It isn't my hero. You took ages. Come in, come in. Feel free to relax yourself and have a
copper. Gods, grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't. Заклинание зачинит болезнь, у вас нету? Нет. Нет. Отлично. Все, давай лечи. А точно надо рассказать, что мы убили у нее там, брать. Печально, ладно. Нам нужно не нужно лечение от паразита, нам нужно лечение от гангрены. Didn't want the Grove's prying eyes in my business. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Нет, Вальдемар не может зайти за персонажа другой игрок. Один дьявол, значит, предложил мне вытащить. Давай, цену сбивай как бы. A devil? Spare me. Blathering windbags in love with the sound of their own voices. I'm the safer bet. Plus, you'll get to keep your soul. Ну давай вытаскивай. But I like you, Petal. So I'll only ask for something small. One of your pretty little peepers. I pluck it from your head. Kiss it for luck. Then back in it goes. Блять, лайк звучит как наём. That is my price. Nothing more. С другой стороны, ты будешь единственным в нашей команде, кто выбрал вилку. Те, мой глаз. Зачем ты? Видишь мой глаз, а? I'm afraid that's my business, Petal. It's nothing nefarious, though. I promise. Так, ну, в сделку входит глаз Лайта, а не мой, так что... Я думаю, что все решимся глаза. Я говорю, ну, это не мой глаз, договорились. Ага. А он будет... Мне повязку дадут в подарок? Вторую повязку дадут. Нет, смотри, если повязку дают, я согласен. Я понятия не имею. У меня с ней была драка сразу. Ты не отдавал ей, да, глаз? Я не смог, я встал на сторону мужиков, когда играл один. Ага. Так что делай, что считаешь нужным. Я уже, блядь, мертвым внутри, блядь. Моя гангрена меня убила. И гангрена, блядь, и сумасшедший, нахуй. Я раз я сумасшедший, так давай. Сейчас еще одноглазым станешь. А, куда? Ой, бля. Ой. Ебать. Прогрузка. Ага. Ока сцена. О, я за спиной. А, вон, я вижу тебя. Выглядываешь чуть-чуть. Да. Прям за лайтом стоишь. Я уже готов этому, просто свои ножки и жопу засунул. И? Черный экран. Черный экран. Все, лайк. У меня диалоги есть. А. Не выдержал, о, как о, бы. Все там прогрузилось. Захожу в диалог Лайта. Хоп. Меня больше смущает, что я сразу понял, что это Баба-Яга, когда мы только включили. Да, я ксенофил, как бы. Many get to see a hag in all her glory. Consider yourself blessed. Now choose which eye will it be, right or left. Давай, выбирай ее глаз. Вот. Так, ну, мне просто интересно, а что если отдать нахуй глаз? Мне тоже было интересно. Мне не понравилось. Но я сохранился. Так что сейчас загрузимся, Лайт. Ну давай попробую, просто интересно, что будет. Нет, я хочу правый. У тебя просто там татуировка вокруг лево. This
sting of it. Паразит в башке. Слушай, а ведь паразита в один конкретный глаз засунули, Лайт. Не факт, что она его достанет с глазом. No, that wasn't so bad, was it? That color suits you. Ты урод, конечно. No. Мне к звезду отгружаемся. Stay absolutely still. I've removed one of these buggers before, but it's a touch tricky. The parasite squirms at the hag's words. Pain builds behind your eye. You feel the creature writhe as it's dragged towards your ear. Then it bites back, burrowing even deeper into your brain. You little shit! You didn't tell me it was Netherese! I'm not touching that! Да он наебал тебя, глаз снял, а еще и лечить не захотел. Or else what? You're a dead soul walking. I can't help you. Ну как же мой глаз? What about it? I held up my end of the bargain. Где? It's not my fault the Riglith tainted by shadow magic. I want nothing to do with you or that scum in your brain. А нет, ладно, я нашел вариант лучше. I'd kill you for that. But why deny your Riglith the pleasure? But let it not be said that Auntie Ethel doesn't honor her debts. Here, it's on you to fix yourself. Now get out! Чё, она глаз вернула? Нет. Так это какой-то дебаф? Да? Да, это дебаф. Вы получаете бонус в виде плюс один к проверкам на запугивание, но при этом... Помеха, это вот как у тебя на харизме, помехи, так тебе и будет, но на внимание. Откручать это сейф. Нахуй нам, блять, этот инвалид, у которого гангрена, блять, это... Вы посмотрите на количество трейдов Лайта, блять. И все как бы минусы. Слушай, не вижу плюсов. Вообще, конечно. Вообще, я скажу, что плюс к запугиванию мне бы подошел. Ну, глаз. Забрать свой глаз. Я думаю, мне повязку дадут хотя бы. Не, в пизду, давай обратно, блядь. Дружусь. Как бы Лайт уже у нас как бы инвалид, который... Лайт точно стал героем из Фирнхангер. Да, это правда. Лайт у нас уже этот мёртвым грузом становится. Ну и короче, спойлер в том, что как бы если ее победить, то глаз все равно остается такой же магически обосранный. Ну понятно. Ну там дебаф крутый, прям только. Я подумал, может он хоть очистится, когда я ее убью. Другие же там очистились, которые у нее были. Поэтому я загрузил как бы на 2 часа раньше и начал заново прошел все это. Так, мне одного дебафа хватает. 2 часа шагал по ее этим данжам там и чистил его, чистил. Каждый сундук собрал с этим глазом. Я просто думаю, что с Лайтом с гангреной мы вряд ли сможем ей прям пизды дать. Дадим. Я врываюсь. Я, блядь, дал это без всяких этих. Я бесполезным буду, скорее всего, если я глаз отдам. Да. У меня монах точно так же бесполезным был. А чё, он такие сильные дебафы дает? Да, ты по ней попасть не можешь. А. Там это процентов 15 где-то. А, нет, даже 10, где-то так у меня было. Хотя, блять, плюс один к запугиванию, наверное, так того не стоит. Слишком малый бонус. Тем более, у меня наставление теперь есть. Просто пиздим. Да. Начнем с хороших новостей для девочки. Да, надо рассказать, что мы братьев убили. Ну, одного убили, а один валяется. Ну, устроим геноцид. У меня для нее дурные вести. Проблема в том, что когда она локацию перезагружает... Они притворяются. Они живы на самом деле. Они просто устали. О, тетушка, ты убила твоих братьев.
Добавить бонус. Дало, это было бы неплохо. Бардовское вдохновление там есть вообще-то. Во-во-во, заебись. От 5 до 13. Один. О. Так, так, так. Лох. Блять. Не получилось соврать. Мейрина, моя дорогая, это не правда. Нет. Этот скандал cut your brothers down. Awful. So much. Это кто там кубики кидает? No. Dead. Everyone's dead. Да один умер-то. Such dramatics. Enough. Away with you. Blessed silence at last. Some time in the cage should do her good. And you. You'll regret sticking your nose in my business. I regret nothing. А, бля, опять локация прогружается. О, нет, сразу прогрузилась. Видать, из оперативки еще не вышло. Можно скипнуть? Сейчас попробую. Походу можно. А че, вы уже файт начали? Там вроде катсцена должна быть еще одна. Упорный экран пока что. Ну да. Но я слышу звуки, что кто-то пиздят! Меня. Ну да, я тоже. Блять, непонятно, лайм ты или вуза. Я возле нее стою, я ее в жопе стоял, как бы. Да. Ну, по-моему, там карлики пиздили. Опа! А, нет, вуза, вуза. Опа! Опа, сейчас ей не понравится то, что с ней произойдет, блядь. Она все равно убежит. Ну да, и что? Ну, хп, я так понимаю, снятая будет. Куда ты пошла, блядь? Иди сюда. Вуза, ты на этом уровне, что ли, ее отпиздил? Да. Нихуя себе ты. Нет, я пришел, получил пизды, сказал в пизду. Нет, в смысле, мы четвертые, она пятого решили не отпиздить-то. У нас просто шанс попадания, и все. Да нормальный шанс там. Да, я бы ее рассмешнил, но у нее высокая степень защиты. Критический промах. А в очаг я залезть не могу, да? Пока нет. Бросай ее в очаг. Просто ударь, пусть она скользнется где-нибудь. Я не могу ударить, понимаю, я рывком подошел. На Рим, как бы у меня, знаешь, где бой сложнее был? Не с ней, а с чуваками в масках. Ну, это я не знаю. Как бы с ней было мне легче воевать, чем... Ты когда к ней идешь, что ли? Да. А, ну я к ней еще не ходил. Там я просто свалил. Когда в раннем доступе было, тут доходил до нее и дропал. Воруем, воруем, и никто не скажет так, нет. Так, она же лекарка, значит, у нее должно быть лекарство, правильно? О, 56 монет есть. Я ее в туалет схожу. Так, у меня в шкафу есть ловушка. Деревянный сундук. В нем что-то должно быть. Блять, пустой, его уже тут облутал. Я видел, как оттуда кто-то слазил. Противоядие вижу. Ну выпил, но он вряд ли поможет. Противоядие это, скорее всего, от яда. Я уже, знаете, начинаю думать, что, блядь, и гангрена у Лайта, блядь, да врат Балдура с нами. Когда-нибудь выбьет 14, как бы. Для Лайта, блядь, игра в наказание превратилась за сегодняшний стрим. Это все, что он там... Это карма, делает. Это карма у нее вернулась, за лютню разбитая. Да. Не по-бардовски поступил. Рим, Вуз, вы же умные, давайте, там... Алхимия. Какая алхимия? Алхимия? Сейчас я гляну, что там в алхимии. Сделайте ему в алхимии зелье, блядь. Зелье, противоядие, это не то, что надо. Эликсир, устойчивость к огню, огонь алхимика. Я уверен, что должно быть зелье лечения болезней. Ничего нет. Доступен рецепт обычный. Да нам надо спасти Лайта, а не убить, блядь, Вуз.
Кстати, не Рейс. О! Вылечился. Он вылечился сохранение. Он вылечился, блядь. Мабо. Куда? Сейчас там днорим еще. Письмо от М. Это Матильда, видно. Предлагаю подождать на Рима. Лайт. Я тут. А чайник, лягушка. Лайт. Ну, видимо, теперь его ждать надо. Все, у меня доступная его игра, поэтому он, походу, вылетел. Да, он офлайн. О, но. Его еще и проклятие в реальной жизни. Бахнул. Вылечился от гангрены в игре. Но гангрена оказалась хитрее. О, хрустальный шар. Да он весит, по-моему, много дает, но продавать его невыгодно. Так, там одна монетка где-то. О, привет, Лайт. Я так понимаю, у тебя что-то с интернетом случилось? Ну, почти. У меня, не знаю, у меня тут свет рубануло буквально. А, бывает. У нас в Геленджике вообще обычное дело. Если не пойму, вы где там живете? В хороших городах или... В Геленджике каждый август, блять, одно и то же. Каждый август. Жестко. У меня где-то в тьме таракани как бы свет уже почти не отключает никогда. Ну, это плюсы пребывания в тьму таракани, а не наоборот. Не, ну лет 10 назад это было наоборот, как постоянно отключали. О, лет 10, мне кажется, везде так было. Такое? Москвы. Как бы, вот, Новый год наступает, как бы, во, можно без света посидеть, почему нет? Лайт? А, я захожу. Я просто не вижу. Залезь обратно. Чё это такое, ребят? Где? Куда ты показал? Волшебный заслон. Ну, гроб. Не видишь, что ли? Вы умные, можете развеять? Нет. Мы не настолько умные. Блин, надо каргу убить, что ли? Да. А мы пойдем сейчас в ее данжен или пойдем сначала пиздить гномов у икрадов? А какая разница, и там четвертый уровень. Пошли. Паука пятого забили, забили как бы, ее тоже забили. Ну, ждем Лайта пока. Ой, еба. Слушай, у меня есть такой хуёвый план, Вуз. Нет. Какой? Я не могу украсть кресло. Куда ты пошел, Лайт еще не пришел. Я здесь. Я хотел взять кресло роскошное и постоянно носить его с собой. Удачи, Вальдемар. Спасибо, что ты здесь был. Бля, кресло роскошное, не на... Иногда он кресло... Я готов. Да, его кресло победило. Все, господа, отправляемся в подземелье. О, нихуя себе. Испугались, да? Отправляемся в подземелье. Деревянные ступени. Пошел Фирон Хангер. Ага. Ну Лайт, аккуратнее. Короче, я просто это советую ничего здесь пока не трогать, да и все. Лайт, кстати, уже перешел в режим Фирон Хангера. А кошель. Так урак. Даже зеркало не трогать, хочешь сказать? Да, у нас диалог. Мим пройти, да и все. О, это я болтаю, извините. Вуз каждой катсцене выглядит так, и вот он главный герой детского фильма. Гринч. А где Вуз? Я спрятался.
Здесь вот кто-то без головы. Да, все в порядке. Они еще там делают. Вот тут какой-то Ларин. У кого там запугивание есть? Ой, кто со мной болтает? Ну, вообще у меня есть, но, видимо, уже поздно. Я не могу вас подслушать никого. Ну, у меня вот появился только диалог. Ну вот, да, ты подошел к дереву. У меня нет времени. Открой. Вымры какие-то. Shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the Hell's lair. Screams of terror pierce the air. You let them in? No, naughty boy. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Petal. The door stays still. I am serious. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. Ага. Эй, бадди. Я могу бонус добавить. Да, ему не надо. Он единственный, у кого кубик, блять, нормально падает. The door shudders. Imagining its wooden frame cracking and splintering in a raging inferno. Как бы пришел бить коргу и тебя убью, если надо будет. She walks through the door, its form shimmering. With a jerk, you're pulled from the vision. You feel the presence within shrink, terrified. Видишь, как бы боятся, как гномы здесь. Я хочу поговорить с Ларином. Ну, болтай. Блять, ну это не будет не по-паладински, да? Это уже не по-паладински. Уже глядом преступник. I see it. I see what's to come. You realize there's magic at work. Some type of spell. An illusion. Поразительно, что я смог это понять. Dead. Dead. Flesh rotten, bone shining. Что ты делаешь? Убирайся! No, can't stop, can't. Gods, don't hurt me. Oh, please, please. Он увидел, как ты собаку убивал. В отражении моих глаз, да? Да. Ты же не собака. No. No. Ко мне, кстати, в лагерь собака пришла. Я ее погладил. И это всем понравилось. Ну ладно. Наебал. Это ты до этого сказал ему, кстати, что... Все в порядке. Да. Со мной ты в безопасности, я же заорал. Тебе не стыдно вообще? Я же ему ничего не сделал. Да. В смысле, ты не видел, как подойти? Нам сказали в диалоге. Лайт. Лайт, ждем тебя. А, он разговаривает. У меня почему-то диалог начался, блядь. Я на нее нажал. А? Ну, я нажал на дверь, у меня диалога не было. Two paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Да все, уйти. Пролазь. Не стесняйся. Давай, залезай. Я открываю как бы дверь машинки. Автомобиля своего. Давай, Лайт, ты сможешь. Да зачем ты, блядь, с ним болтаешь? Так у меня, блядь, я нажимаю, нахуй, он у меня не проходит. Ты на дверь-то нажимаешь. Надо нажать. Куда? За дверью, Лайт. Камера и за дверь просто залети. Давай, ты сможешь. Да, понятно. Это не дверь, а один да, большой это... наёб. Да. Сделай сейф, что ли, здесь. Ну ладно.
Ну, ты видишь, там ходит уже. Пизды дадут. Понятно. А можно я оденусь, блядь, в этой картинке наверху? Опа, спасибо. Нет, у меня голый. Так, они все очнулись, да, сейчас. Сейчас я похожу, спасибо. Опа, как хорошо, что он смотрит в стену. Ух. Все в стену смотрят. Да подожди, да, я похожу сначала. Так что, мы как ход не завершим, все равно ход не закончится. А. Не, я сначала тогда немного от него А, даже вот так вот сделал, я просто наверх залез. Отлично. Ты, конечно, тот еще стрелок, но ладно. Я маг вообще-то. А так, маги... стоим. Магия тоже получает бонус. А, да. На, заметь меня, блядь. Все, мой ход. Все, готов стоять, ничего не делать. Я пошел. Прошел ход. Да, Лайт теперь еще о чем-то сожалеет. Психический урон каждый ход. А, тебе нужно нанести по нему урон, чтобы с себя слетел этот. Блять, да, он хилер. Он же сконцентрирован. Да. Ты, сука. О, концентрация осталась. А это что? А это самое главное. Бля, какой испуг! Вус напугался. Please don't hurt me. I'm a virgin. Ладно, придется выпить. Ты я пизданул. О, хромота исчезла. Пиздец, как это было неожиданно очень больно. Я к этому вообще был не готов. Так, ее не запить, что ли? Кого? А, ну она, да, там наказывает. Жестоко. Ну вот я и говорю, у меня здесь больше всего сложности был. Я так понимаю, ее не просто так звали отмщением, да? Да. Ее, я так понимаю, надо было бить в дальнем бою. Ну, не знаю, я ее в ближнем бил, мне похуй был. Ну, результаты моих действий. Да у тебя уже, потому что просто жизни нету, не было. У меня тогда Гитьенко там подошла, блядь, въебал ему. Монах точно так же подошел, въебал. Конечно, у них пол ебла, а это закончилось, но он сдох после этого. Так, отсюда я достаю. Я предлагаю после этого сделать долгий отдых, чтобы, блядь, все восстановить, я бабку отпить. У нас вроде маленькие отдыхи еще не использованы. Так, ну у меня это, да. А, ну хотя у нас уже спелы. Так, я вот здесь вот спрячусь. Все ячейки уже потрачены с другой стороны. Ну, я человек-колдун, мне, чтобы восстановиться, нужен просто короткий отдых. Все. Его чуть похилили. О, идиот, уничтожать, блядь. А, ладно. Да, неприятно мне, херня ходцает. Да, я, подожди, сейчас помогу тебе немного. Да, норм, у меня есть план. Тихо-тихо-тихо. Ну это чтобы этот, на Рим мог ходить. Можете в меня кинуть зелье? А, блять, я слистану, ладно, похуй. Только ты такая, блин, нахуй? Что это? Ему 10 хп осталось. Во! Заебос. У тебя есть ход, можешь меня пиздануть? Тебе надо прям пиздануть? У меня проклятие сожаления, блядь, мне просто на 10 урона, это больно. Нужно он не тебя, блядь, а этого, маска сожаления, или кто там это на тебя накинул. Мне надо, надо пиздануть это. Тебе нужно стукнуть того, кто наложил на тебя, чтобы оно исчезло. Но я, к сожалению, все равно не могу его пиздануть. А если я его толкну, у него может слететь? Может быть. А, блядь, не выйдет. Ладно. А, там бонус на действие. Так, все. О, все. Там надо это, маску снять, наверное, чтобы они живых остались. Да, то есть их можно нокдаунить? Нет, там
По-моему, какая-то магия там позволяет, типа, вещи скидывать, что ли. Ну, а ничего себе. Ну, я думаю, что если нокдаун сделать, то тоже выживут, но... Там просто Shadow Heart может, типа, оружие скидывать. Так, я вон ту этого, и хиллершу пока побью. Ну и зачем я сюда шел, блядь? Я ее сейчас скину, подождите. Скидывай. Скорее всего. Да, видишь, полетел. Ей один хп, у нее один хп остался. Кините в нее бутылку. Ну, или... а! Что, отдых хотите долгий, да? Ну, у нас... С одной стороны, у нас ячейки заклинаний, я полагаю, у всех уже потрачены. А они регенятся только на долгом отдыхе. Ничего не знаю, у меня все на легком. Я поэтому колдуна и взял, чтобы не думать. Ну, у тебя и ячейки заклинаний меньше. Ну да, две штуки. Ну да, я предлагаю, наверное, в лагерь отдохнем в БРИ. Вы уже всех облутали? Ну, видимо. Ну, если хотите, я не против. Еды у нас достаточно, мы можем, блядь, много отдыхать, я считаю. Пока ну, и скупать. Не скованы. В... Ну и скупать тоже могу. Ладно, давай здесь отдохнем. Иду в долгий отдых. А вы находитесь в опасной зоне. На, красная, ну можем выйти отсюда. Назад, отойти. Ладно, у тебя тоже только большие отдыхи нужны? Я-то, в принципе, могу просто покинуть. Один раз за следующего долгого отдыха, да. Понятно. У меня, честно сказать, еще даже эти... Одна магия даже бесплатная отдыхает. Потому что, наконец-то, у меня никто не сбил мне концентрацию. Магия осталась. Я скучаю по твоей шляпе, Вуз. Эта шляпа мне позволяет дольше бегать. Да, я понимаю. Да, но... дальше точно. Теперь у тебя какая-то шапка-пидорка. Осуждаю. Шапку? Да. Пидор. Это да, в лагерь? Да? Это там два коротких отдыха. Эх, ну и ладно. Отдыхай, начинай. О, на той щелике можно поговорить с этим Гейлом. Да, он просто хочет магию сожрать какую-нибудь. У нас, наверное, появилось уже что-то бесполезное. Да. Сейчас что бесполезное? У меня свитки вроде есть. А он свитки, знаешь, у меня будет. Есть бесполезное, называется разговор с мертвым амулет. Ну да, Лайк теперь, в принципе, умеет. Ага. Но, не знаю, там есть... А, слушай, у меня есть, смотри. Что ты можешь... Я могу ему вручить, ну что, шляп прямо... Сапоги получи и поступи, нахуй надо. Тебе не нужны они, ну скидывай. Хоть Гейл умирать перестанет. Да так там что? Можно это, покупать их всяких этих. В магазинах там тоже продают, учитывая, что у меня хорошие отношения. А врата Балдура это типа, когда мы первую главу пройдем, мы туда попадем или как? Не знаю. Нет. Это прям финальная это, локация? Нет, это три. Я напоминаю, как бы в Neverwinter's Night 2, как бы мне нравилась часть, где мы не были в Neverwinter's Night в городе. Вот здесь также, как бы долгое путешествие, как бы. Ребята, в город придем, я буду мошнить, как бы, что это такое, блядь. Нахуй мне здесь. А, ему мало, блядь. Что мало? Ну скинь, блядь. В смысле мало? Там ну, будет надпись, он скажет, нет, придержи при себе, как бы. А, вот что-то. Аркоман ёбный. Оказывается, шлем надо было надеть. Нарим, короче, у меня есть хитрый план. Всё. Если вдруг что, кидаешь под тяжелого врага масло, я ношу с собой взрывную бочку. Ладно. Мы справимся, у нас есть страта. Он там еще хочет болтать, Лайт. It
Блядь, какую хуйню пиздить, можешь помочь мне избавиться от этого? Somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite. Я ему уже это говорил. You do plenty for me, more than you realize. But this cannot be remedied. Боганула, что ли? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. Ну, если ты слышал, пропусти. Да. Тогда иди спать. Да, надо ложиться. Ты даже не поболтал, что? Ну ладно. Ну, уже вроде со всеми поговорили. Да это я вон на Рим говорю, там была чародейская фигня. А. Там, по-моему... Один или несколько игроков отказались. Ну все, начинаем. Ой. Ой, я. Вуз идет. Вот я сделку не с такой, это, мембрей заключал. You've been naughty, and you know what happens when you're naughty. Карга тоже naughty говорила, все взаимосвязано. О, Вукс принимает решение. If it's all the same, my pup here's been unruly. А вот у меня не хозяйка. And his leash needs a yank. Кинсулман. Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of Zariel sends her regards. Будет очень мило, если ты не будешь скипать диалоги. Да почему, я уже прочитал. А я ничего не скипал вообще-то. У меня руки даже не на этой стоят. Ну и как бы у меня в штаны засунут уже давно, ты что? А зачем они там? Просто еще. Хуй прячет. Damn it, Will. Ну ладно. Я человек-колдун, я должен знать. Вот сейчас так было скипает, блядь, да. Я еще ничего не делал. Тоже как бы даже рядом с клавиатурой руки не держу. Ну все, опа. Рогатый. Вон тоже, гляди, в глаз ему что-то воткнули, как Лайт. А Каргита даже не было. Хотя, может, вот она. What the hell have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Ну все, у нас два тифлинга теперь. Его можно оставить человеком или? Я не знаю, я до туда еще не дошел. Может быть, только надо было убить эту тифлингу. Ну да, можно. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Дьяволы слишком часто заглядывают в нашу команду. Надо с ним поболтать, я думаю. Успокоить, как колдун колдуна. Да, поэтому я пошел пи... А, нет, все нормально. Сворачиваю на доеба. Да. Он прям возле меня уже стоял, как бы ждал. О, а что это? А что это? Шлепаем к Shadowheart. Something's wrong. I feel... Повезло тебе, повезло. Переспать с ним, как у колдун, с колдуном. Простите. Хорошо, Вен. Нет, мы этими хозяйками обменяемся. No, I'm fine. Forget it.
It's nothing. I swear. Там каковы условия-то, а? Сейчас я голый сам себя наставляю. А, ну... В кои-то веки. You're not going to let this go, are you? I worship Shah, the mistress of the night. Now that you have the truth, please don't make a big fuss. Нужен краткий экскурс. Почему служение Шар это что-то зашкварное? Я думаю, это одна из двух основных богинь. Ну, она темная. Ну, это прям плохо. Ну, тьма. Ну, это прям... типа такого. Прям, ну... Мне кажется, наверное, должны быть варианты из-за шкварни, я так понимаю, что это вполне легальный культ. У нас вся пать как бы каких-то темных. Я? Паладин. Клятва, преступник уже. Заткнись. Я, паладин, несу свет. Forever, ideally. And you assume too much about what так, I can ну, там and cannot все за бабой смотрят, так что. Secrecy is everything for Shah's children. It's our code, our creed, our shield. I'm not sorry I kept this from you. Not one bit. Though perhaps that might change, if you can show an open mind. Don't. I'm glad. I'm breaking Lady Shah's teachings just by doing so. Так, где вы там? Sometimes you have to be practical. О, нет. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Ну и ладно. Been a long time since someone stuck their neck. Опять прием перенял. Нарим, играя за высокую серую женщину, соблазняет еще более высокую красную женщину. Кинь на нее эту бутылку с водой, может, веселая приведет. Заинтересован в том, чтобы увидеть успешную сцену соблазнения, особенно если там тоже будет на заднем фоне вуз весело бегать. Да это легко, как бы, Витянку как бы таскаешь с собой. Это... приводишь ее к этому, там, к тифлингу, даешь ей... поиздеваться над ним, и все, она у тебя в постели уже. Так я не хочу посмотреть сцену с гитянкой. Вы хотите лечь спать? Да, я не против. Кто? А, отменил, ну, авто там. Кто отменил? Кто этот гений? Я хочу лечь спать. Кто отменил? Кто отменил? Я сейчас это начал. Я начал. Автовыбор. Полноценный отдых. Этот рыцарь стоит там сзади. Ну ждет тебя. Откисает. Майя. Слушайте, зато точно в безопасности спим. Наконец-то ачивка. 4 долгих отдыха. Как бы я пока за свои только 2 сделал. Ну что ж, выходим из лагеря. Да, я думал, что Шар, типа, ну, вполне себе обычная религия, одна из двух основных. Что, типа, есть, конечно, более общепринятая, ну, типа, светлая типа, есть, богиня. Как бы, бог и есть дьявол, ну, типа, я думаю, должно быть распространено, да, как бы. Ну, как-то там не совсем так однозначно это звучало из ее уст. Боги и сектанты, блядь. Она, когда описывала свою религию, звучала так, как будто, ну, не сатане они поклоняются там. Это свидетели Иеговы там какие-нибудь, да. Вообще, как ты смеешь спорить с человеком, у которого превьюшка, блядь, голая? Я, видишь, Рейка, блядь, из МК. О нет, я не заметил. Так, ставим бы. Наверное, сохранится после отдыха. Ага. В облаке же ничего нету. Есть.
Ловушки. Ебать, у тебя там проверок. Можно закрыть облако, если у вас есть на то желание. Блять, ну я тоже не справился. Там тридцатка нужна. А может до 20 кидаем, не? Нет, там тридцатку свернул. Да блядь, где этот продукт? Ой, я могу обезвредить. Там тридцатка нужна, я пытался. Стоило это еще. Охуенно. Пиздец взрывов. Ой, блядь. Хорошо, отдохнули, да? Бедная одежда. Ладно, у нас есть короткий. У нас есть слайд с его. Да. Колдунским отдыхом. Че, мне кинуть тогда огонь в другие вонячие облака? Ничего, блядь, не делайте. Продух находите, все. О, продух нашел. На чем? Стоян, нам блядь, есть что на него кинуть? Да, можно просто на чем что-нибудь кинуть. Ну так я спрошу, есть ли у нас что-нибудь для того, чтобы туда кинуть? Не помогло, знаешь. Отойдите. Доспех не закрыл. Отойди, Лайт. Ага. А у тебя это не тратит ячейку заклинания? Нет, фокус. Ну-ка, если я достану ее, блядь. А, у меня же тоже есть суши, такая хуйня. Блядь! Нет, там отлично защитила. Та бедная одежда. Видимо, я просто не все заметил, здесь еще, видимо, одна. Ну ты, блядь, и гений, конечно, сука такая. Он не собрал он одежду. Не-а. Нет, он просто это прошел по ловушке. А, так, дай-ка. А, я думал, что мы отключили. Ну, где еще один продов? Видите? Вон. Тон. Что он там нашел? Вот продув. А это, блядь, нахуй взялся-то. Опа, понял. Ну заново это появляется. Понял? Не работает. Нет. Сходить куда-нибудь, ящики украсть может. Не, где продув? Ну-ка, подскажи. Во. Сейчас я. Ну-ка еще раз. Вон. Слишком высоко, понятно. Может не это? Ходить, ящик украсть. Ну тоже. Ой, я, кажется, лестницу разъебал. Да. Есть такое, Однорим. Пизду вас, блядь. Это не помогает нихуя. Сука. Бля, я не хочу как вуз прыгать там. Это дохуя. Овердрайв! Я не вижу нигде эти продухи. Печально быть мной. Нет! Интересное положение дел у нас, господа, настало. Не совсем то, на что рассчитывалось, скажем так. Ну, я б здесь легкий отдых сделал. Блять. Ну да, я согласен. Сейчас я до вас тоже допрыгаю, как бы. Тогда отдохнем. Блять. Как же он хорош. Стой, от меня что, безумие слетело? Да. А? Да. Да. Похоже, видимо, на долгий отдых. Долгий отдых починил тебя. Лайт вылечил. Так ты обдумал все, да не, хуйня там написана. Че зря-то зря загоняешь? Лайт, ты, наверное, свою штуку, я не знаю. О, нет, ладно, не надо. Сейчас... А. Нет, не надо. Можем идти. Стой, сейв сделай. Хотя бы. Ну чё, охуенно, я теперь могу говорить с этими, блядь, с мёртвыми. Одни плюсы получил.
А может... завершение квеста мы узнаем только в конце игры. Ну, под конец игры. Ну и... О. Хорошо. Я, кстати, буду говорить. You come to my home, interfere in my business, and now have the gall to face me in the heart of my lair. You petulant bollocks! Don't mind me, pa... Блять! Что произошло? Катсцена кончилась. Да, катсцена кончилась. Сука, я не успел и подбежать к ней. Ой. А какая настоящая? А, вон она настоящая. Так вот она. Да, ответку ей давай. Да блять, я на нее магию что ли тратить буду, нет? Я магию лучше на какую-нибудь другую хуйню потрачу. Настоящая вот, она самая первая ходила. Ага. То есть вот это. Да. Хорошо. Но если что, то она каждым ходом их спавнит, так что нужно их тоже пиздить. Но они ваншотные. Вот сколько я играю в эту игру, каждый бой для меня начинается с того, что мне сносят почти все хп, блять. Вот это. А, точно, Дарим, ты имеешь какую-нибудь магию, которая нескольких бьет. Да. Ну вот ты тогда этих фантомов уничтожай. Я не достаю. Ну хотя бы, блять, это, встань где-нибудь там, чтобы хотя бы двух за день, что ли. Хоть так. У меня только одну. Печально быть тобой. Поэтому. Да я до бабки не достаю. У меня есть какое-то странное ощущение, как будто девочку мы спасти не успеем. А, это что ли? Сейчас я ее спасу, блядь. Кинешь бутылку с водой или кинешь тупо в клетку, чтобы сломать? Нет, бутылку с водой просто скину, да и все. Где это? Калин ваш. Да, мне... Я помню, не была где-то, блядь, она сейчас. А, вы переградили мне дорогу, прикольно. Каким образом? Ну, идти, я не могу пройти через тебя и вузы. Сейчас я подвинусь. Только сначала бутылку воды кину. Вен так, пишет, что если пощадить ее, можно получить плюс один к характеристикам. И зачем это надо? Ну, я паладин, я запрещаю. Все. А она второй раз так не сделает? Ну, сделает. Пизды получит. Справедливо. Крыть нечем. Так, я пойду тогда. Ну вот, я сюда отойду, блядь. Да. И выйду. Все. Ходи. Иду умирать. Нет, не а хотя мне интересно, бы. А мне за левел ап ну что, я это с рывком сделал, вуз. А мне новые бардовские действия за левел ап дадут? Да, должны. В какой-то момент, наверное, выбирать их будешь. Ой. Нужно ну, по ней въебать. В интересной позе застря. Это нужно по ней въебать, чтобы пролечить сейчас. Ну и ладно, ребят. Приятно было с вами поиграть. Это нужно по ней въебать, чтобы пролечить сейчас. Плохо. Так. Сейчас я фокусы буду показывать, блядь. Кого ты находишь достаточно полезным, чтобы снять с него паралич? Давай, если я сниму вот с этой вот, то ты, Лайт, пойдешь въебешь какой-нибудь из этих двух, дойдешь? Давай, то есть не Лайт, Стейн. Я ты только основной, играть? Скорее всего, смогу. Ну, основная с кого снимает? Вот сейчас мы будем это, Фокс. Основная делать. Снимает с Лайта. Ну вот, Лайт, а ты, Лайт, вон там, блядь, пиздишь. Я и то не факт, она очень далеко. Но я и до верхней могу не добраться. Тут я вообще... Стрельба есть? Есть. Его! Да. Ну вот сейчас... Блять, опасно. Не факт, что она, типа... Она еще может проверку пройти. Она исчезает с одного, гляди, вот так вот. Если я попаду, конечно, все попал. И она исчезает. Так, в какую мне сейчас стрельнуть, скажите? Можешь стрельнуть стрелой, кстати. Какой-нибудь.
прибежать. Либо гранаткой кинь какой-нибудь. Да, я понял, что могу... Ой, его прогрузить. Если гранатой двух заденешь сразу, если сможешь. Одна как минимум точно исчезнет, потому что ты по ней попадешь. А вторая как бы идет проверка. Понятно. Слайд-то не исчезла, надо по ней еще въебать. Да, иначе. Проверка не пройдена. Ну, то есть у нее пройдена, наоборот. Высокая степень защиты. Нарушили концентрацию. Да, да. Все, лайт свободен, видишь? А, да, точно, надо тогда все, мне в отдых вступать. Я более-менее наверху. Ой, нет. Ну и ладно. Мне просто это, на Риме повезло, она, знаешь, вот здесь вот встала, и мы вчетвером все пизданули по ней, пол хп снесли. О нет. О нет. Она на хайграунде. Она кинула язвительную насмешку? Нет. Там опять что ли? А, она местами поменялась, подожди. А, верный удар, видишь, на ком? Вот здесь вот, вот здесь вот. Лайт-то прям помог. Ай, не достаю. Да, я по ней тоже чем не достаю. Слишком далеко. Ой, я знаю, чем могу селся. Ну что ж, пизда тебе, женщина. Блин, Стейн слишком близко стоит. Я его пиздану тогда я тоже. Я могу отойти. А, нет, я могу только в сторону отойти. Вот, если отойду вправо от нее, ты сможешь кинуть так, чтобы меня не задеть? Нет, по-моему, я и так не задеваю. Сейчас, подожди. Прям на тоненького подожди. Мне сначала вот эту хуйню. По-моему, все нормально так. Не. Но я это я так, чисто... А, недостаточно движений. Все. Ладно, это я так чисто вот так вот. Малюсенько так. Так вот, вот, вот так чуть-чуть. Подходите ли? Не, все нормально. Нормально, я уже бегу как. Ну она исчезнет оттуда, это хотя бы. Ну это, ну, не супер. Ну это честный удар, как бы. Да. Так. Я походил. 18, 14, 14. 18. Мне надо вплотную, блять. Вес у нее силы много. М? Сила много. Пиздец. Выпил там свой какой-нибудь фиговин. Так, все. О! Блин. Я даже не знаю. Нет, я не хочу тратить на это. Все, я готов. Раса корига, блять. На нахуй. Ты бы это выпил там что-нибудь. Потом. Да что ж я так мало это делаю? Там от 2 до 20 урон. Ну, я стерпел. Понятно. Я стерпел. Вот бы ее толкнуть, да? Ну, она уже спиной к стене встала. Вот бы ее подтянуть, но ты отказался от таких сполов. У меня нет такого. Чего вот она так далеко спряталась, а? Как ей не, как ей не стыдно? А, я же могу это. Оп. Оп. Что это такое? Блять, ребят, я идиот. У меня же есть дополнительное меню в возложениях рук. Я мог вылечить Лайту гангрену. Ну да, там паладина это умеет делать, я слышал. Я просто помню, что я паралич не мог вылечить. Я из-за этого не думал, что могу вылечить гангрену. Блин, у меня хил вплотную, к сожалению. Встанем вместе.
Бля, там огонь, я никак не пройду. Прыгнуть можно. Ага, ты этот не перепрыгнешь огонь. Я перепрыгнул этот огонь. А, нам погас. А стоп, блять, отмени. Ладно, нельзя. Пофигу. Я это... Блин, жалко, нельзя отменить ход. Я бы сейчас какую-нибудь фигню сделал. Она мне помогла. Интересно, я смогу перелететь через град кинжалов? Ну, он 100% дамажит. Да. 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 Ля, зачем ты в нее хочешь запрыгнуть? Не, я могу отключить его, если надо, но... Не надо. Есть просто шанс, что она через него пройдет сейчас обратно. Не, она телепортируется куда-нибудь сейчас. А у нее не могут кончиться заряды на телепортации? Ну, идея неплохая. Оба. А мы знаем, какая где настоящая. Ну, по-моему, да, четвертая. А! Знаешь, где она? Она невидимая. Она здесь. Она здесь. Не факт, она еще может быть вот тут. Куда она может? Куда она убежит? Ну, субтитры здесь рисовались, когда она убежала. Ну, тогда можно бомбы кинуть в нее. Да, еще Лайт может включить свое зрение невидимого. А на ней же добавка. Она сейчас невидимка. Ну, я же говорю, у Лайта же есть спелл на видеть да, невидимого. Да. Чтобы просто это не прожать. Ну, в каком-то радиусе я вижу. Мне надо подойти к ней тогда. Насколько маленький радиус? Ну, радиус не маленький, но... Ну ладно, давай. Ну да, не рядом. И, типа, если ты придешь эту бабку, я пройду ее запалю тогда. Мне просто она мешает. Если я туда кислоту сейчас кину. Отлично. Опять. Если я туда кислоту кину, вы туда идти хотите или я просто... Ага, о, вон она. Видимость. Ну, я думал туда подойти, Вуз. Она дебаф сняла. Ну и мразь. Не, я говорю, вот куда ты хочешь подойти, я туда просто я не кину. Вот сюда все. Подойду. Где-то. А ну. Хочешь, я подойду, ударю, и ты потом кинешь. Да нет, стоим, да. Сейчас... О, я по ней даже это, достаю до нее. Ну то есть... Погоди-ка. Блять, я как... О. Где-то там, где-то я, блядь, сверху. Во. Так и думал, что рано или поздно этот скилл пригодится. Что, видеть невидимых, что ли? Да. Так, сначала вот эту хуйню. Все, до свидания этим. Ее там нет уже, блядь. Пошла нахуй, блядь. Кидай, киньте, блядь, туда кислоту какую-нибудь или еще что-нибудь такое. Она отошла, что? А, ты ее оттолкнул? Да, видишь, чтобы они вместе вдвоем стоят. Типа, киньте кто-нибудь хуйню. У меня действия нет, а. У меня действий тоже нет. О. Ну, я подойти теперь не могу. Ну, ладно. Да, ты... Нормально. Ну, как-то... Ну, ладно. Ну, сорни там, не знаю. Я уже кинул. Это тратит тоже действие. Да. Ну, главное, это хуйня исчезла. Исчезла. Нарим, опять камнем кинешь? Я что? Не зря качал. Не зря. Кон это ничего не стоит. Да, еще ничего не стоит. А, блядь! Нашим же оружием пиздануло. Моя концентрация. Так. А если я скину ее в пропасть? Лут. Лут, да. Да, она лоу хп. Ща, я ее разъебил. Сука, щемей ебало! О, попал. Все, она труп. Че, я уберу это отталкивание. Ну как сказать, труп, да? Да, она задоджила один выстрел. Ребят, паук. Да блять, я же нажал кинуть! Паук привет передает, ребят. А, нет. На, сука! Там посох какой-то. Можете меня из инвентаря забирать. Милость. Блять.
Вы смотрите этот диалог? Да. А про какого мужа она говорит? Ну ты узнай. А, она типа, я понял, она должна была заворожить ей мужа. Лайт. Сейчас сверну. Don't be naive. Вон Лайт был наивным, остался без глаз. Сейчас обменять своего ребенка на мертвого мужа, блядь. Auntie Ethel promised to give this child a good life. Teach them magic even. Вот так вот карги новые появляются. Как у ведьмаков? Насколько я могу судить, из тебя выйдет ужасная мать. Тут, знаете, хотел пошутить, Лайт бы так и сказал, да? Ну вообще, да. Лайт бы ей уже по брюху ударил. Понятно, ты не так уж далеко от корги. Так мы сделали все хуже. Ну да. Ну, не второй. Так было, точнее, Стэй сказал, что она будет ужасной матерью, то, что ей говорили, поэтому она и пошла сюда. Ну, самосбывающееся пророчество, что я сделаю? Кстати, можете подобрать этот камер, который я... Я подобрал. Знаешь, что мне интересно? Я могу его выкидывать в каждом бою, ударим. Да нет, это суспензи как бы из неё делать. Донесем до конца игры все. Ой, о. А бабку-то можно воскресить. Давай, послушаем, что ей хочется рассказать. Сейчас она такая, опять ты, пидор? Ну как я и сказал. В смысле, а как она съест и одновременно сделает дочку? Почему ты так жесток? When there is smoke, there is fire. Ну что ж, ребят, по крайней мере, вся их семья о, теперь... Слушай, я могу с ней до конца говорить? Не... А, или пятый у них? Ну это был больше... Это пятый или это был пятый? Пятый сейчас был. А, окей. Мне тоже показалось, что он 5 вопросов уже задал. You can ask no more questions. Безумие стоило того, блядь. А это у меня ячейки заклинания требует, блядь. Ну, вообще логично. Долгий отдых надо делать. Все, давай, пошли. Отдыхаем. А Вуст, кстати, уже без амулета. Я с амулетом. А, да, я думал, вы его отдали этому и дармоеду. А я бы ботинки отдал. А паучьи, да. Да. Где-нибудь в другом конце игры внезапно вскроется, что они были нам нужны. Не, маус, мы нашли. Мы сорвали куш. Куча колец. Ничего полезного, но... Ребят, я вижу грибной круг, но я не наркоман. Лайт. А? Хочешь зайти в грибной круг? Давай. Какой-то там спиздил.
понять с ними. Сведящий ок. Школа преграждения, первый круг. Защита от зла и добра. Это Гейлу. Это он поесть захочет, как бы. А посох ведьмы вам не нужен? Мне нужен короткий отдых. Лайт зашел в круг. Ой! Я куда-то телепортировал. Так, я понял, захожу. Я собираю тут еще вещи, не все. Добрано. Гнилостная трясина. Ну это выход, это шорткат домой, ребят. Я думал, там начнется какой-то диалог. О, гроб. Вот тот самый с мужем, да? Лайт, мы можем сделать все еще хуже. Вы взяли эту? Так, тихо, значит, ты предлагаешь. Пал с нее от трупа, да? Да, я палку забрал. Ну, болтай. О, да, Лайт разговаривает. Лайт. Хоба. А ну ладно. А во. Я нашел жезл, и кажется, я могу воскресить тобой твоего мужа. Да, но так сильно хочется нажать на вариант, что нытьем ты его не довезешь, да? Да, давай. Ну если мудрость там не надо пробросить, давай попробуем. You feel a surge of power from the wand. The air suddenly tastes acrid. It wants to be used. Bring it back! Bring Connor back! Please! Ты уже как бы некромант. Давай. Достало время камин-аута, Лайт. На бис. Некробард, некробард. Да, вот он. Надо было ломать жезл, да? Нормально. Лови, солдат вернулся. Ой. Это действительно как бы муженек вернулся. С армии, всех лови его. Вот тебе. Нормально. Хоба, вот, наебали тебя, да? Может, это пройдет за шли. Как у Лайта гангрена сама же прошла. А в договоре ты указала, что он должен был вернуться живым? Не беспокойся. Не беспокойся, это у меня. На, хочешь? Забирай. Мы можем похоронить его снова. А зачем? Вон, отдай, блядь, ей. Будет этот. Ходить здесь. Некроманша. По поселкам. Да, какая тупая. На. Ну, удачи. Да, вы что, хотите и жезл отдать, серьезно? А он нужен, что ли? Ты его Гейла хочешь скормить, да? Так что ли? Ну, либо, смотри, либо жезл Гейлу, либо можно некромант мертвых поднимать. А кто-то, блядь, некромантом хочет быть? Ты не маг даже, успокойся. Ну, ладно. Жезл, удачи вам с Коннором. А это не мой персонаж. Здравствуйте, плейбот. Ты вон, в Балдурс Гейта найдет. Вот там найдем. Какая же ребенку пизда, когда он родит. Это наш папа. Чуть-чуть мертвый. Мне кажется, что каждая история, в которую мы втягиваемся, на каждый раз, блядь, становится хуже от нашего вмешательства. Ладно, мне уже пора спать. Ну да, я. Действительно уже. В следующий раз разъебем паладинов. Да, не только их, судя по тому, что делают. Слушай, а как я останавливаю разговор с мертвыми? Ждешь? А что там написано? Восстановление разговора с мертвыми у меня вон есть. Вон справа, справа, возле, где песочные часы, они бесконечные у тебя. А, я вижу, да-да-да. Так же, как у меня. А ты себе могу еще раз поговорить с кем-нибудь? Да, ставь, это у меня амулет также работает. Понял, то есть я могу много. Ты типа уже потратил ячейку на это, но при этом можешь теперь сколько хочешь пользоваться. А, ага, да. Понял.
Ну что ж, господа, тогда получается все. Угу. Ой. Ну выходи-то, ты уже сохранился, благодарен. Да. Всем спасибо. И вам, господа, за компанию. А когда в следующий раз-то, кстати? Завтра. Давай. Пятница? Завтра? Ну, я сегодня работал, поэтому завтра я выходной. А, ну, давай. Давай завтра. Да, и в пятницу я тоже выходной, если вдруг что. Окей. Okay. Я подписал новое расписание. Теперь я выходной в понедельник, среду, пятницу. Всегда. Отлично. Так звучит. Что, как-то так. Что ж, спасибо чату за то, что потусили с нами. Надеюсь, было любопытно. Спасибо господам, которые играли со мной. Было тоже очень весело. А за сим действительно на сегодня все. Я думаю, что завтра будет побольше стрим. Удачи вам!